Добрый вечер. Меня действительно зовут Сергей Сахаров. Я являюсь главным редактором интернет-журнала «Минский стедокбай». С вашего позволения, я, чтобы так меньше делать ошибок, наверное, перейду на белорусскую мову. Что, если будет незразумело, поднимайте руку, там решт-решт можно запытаться, поглядеть условнику и так далее. Ну, а когда вы будете задавать питание по-русски, я, отповедно, буду так само отказывать по-русски. Это я бы хотел сказать, что другий раз, когда мы на открытой летучце, ровно 2 года тому, в травне 2015 года, мы были у коллег с 34, тогда были просто 34. И, как зараз памятаю, это был, как он назывался? Студия 67, да. Студия 67, коли памятаете, это на Партизанском проспекте был Жука проект. Вось. Ну, бачите, 2 года минуло, уже и студии той нема. Я нас спочатку перекочевала у корпус 8 была, зараз корпус 8 перетворился просто у культ-центр корпус. Ну, час меняется, мы так само троху изменились. Мы сегодня троху про это так само поговорим. Як мы бачили сегодняшнюю встречу, по-перше, я бы хотел представить всех своих коллег. Нарешті вы побачите, кто не бачил фотку ту самую из редакции, то побачите тих людей, которые делают часопис наш. Я трохи расскажу вам про то, откуда растут ноги. И когда вы были 2 года, ноги, я маю на увазі стедога, так? То бок, какие были инспирации, чем мы воодушевлялись у свой час, когда придумляли это все. Те, кто был 2 года тому, я не... Видать, что эту участку бачили, так что можете пойти попить кавы, там, воды и так далее. Ну, коли будете кавы, можете послухать. После мы б вельми-вельми хотели поразмовлять бы с вами. Потому что, как вы ведаете, комментаторы и комментарии на CityDog'у — это одна из основных часток контенту, и это мы признаем. Стараемся ставиться до этого лояльно. Про капчу так само сегодня можем поразмовлять. И после мы хотели бы, я вельми сподіваюся, что так атрымается, что до нас завітают у гости, принамсі один человек, герой одного из артикулов, який був самым расшарываемым у житті CityDog'а. И с ним мы так само поразмовляем, вы можете задать свои питання. Ну и на угол питання не соромтеся, поднимайте руку. Коли, я думаю, будет заканчиваться там первая некая частка спичу, вы можете там подниматься, пытаться и так далее. Будем стараться отказывать на все из них. Плюс я хотел бы сказать, что мы для того, чтобы не марновать час и выкрастать этот момент, что вы тут присутничаете, мы бы хотели вам раздать после, не после, а под час, так? Видать, под час анкеты. Якие, коли у вас будет хвилинка, запомните, пожалуйста, нам вельми спотребится это в нашей праце. И самое главное, за банальную абсолютно будем робить штуку банальную, за, там, не веду, самые лепшие, те самые горшие питания мы дамо приз. Так что, ну, знову-таки, коли вам цікаво, можете постараться задать, коли не, коли вам приз не потребен, то окей. Ну что, про план я вам рассказал. Давайте мы хутенько, я вам расскажу про то, куда тиснуть. Так, зараз включу хвилинку. Я бы хотел вам рассказать на угол про то, откуда появился CityDog. Потому что вельми шмат питаний на этот конт возникало, принамсі 2-3 года тому. Это докладно. Зараз включу. А на сам речь CityDog... Давай мы будем тебя ассистировать, судя по всему. После нашего обновления в пресс-клубе не все работает очень гладко, мы извиняемся. Не-не-не, тут все вельми гладко, у меня просто руки вельми гладкие. И не с того места растут, видать. Я бы хотел рассказать вам про правообраз. То есть откуда появился CityDog на углу? То есть как эта идея лунала, бриняла, наполнялась некими думками, идеями и так далее. Что в вынику отрымалось, вы ведаете. Але як усе было, видать, что не ведаете. Ну, таких, кто 2 года тому был у нас на летучце, я это рассказывал. Так что я прошу пробачения, ну, может быть, послухайте, будет вам так само корыстно повторить это. На угол мы писали в материале про 5 лет, коли памятаете, что вот таким прабатьком, прадедом CityDog'а был PDF-часопис «Е-город». И он выходил в 2008 году, улетку, на углу вот, лето и весна, поздняя весна и лето, это такие часы для CityDog'а, ну и для наших идей были вельми, вельми добрые, потому что вельми шмат добрых, как бы, эмоций, доброе там развитие на этот период припадало и так далее.
чым што тады было, гэта быў PDF-часопіс, але ён выходзіў штотыдзень, шточацвер, па-моему, што сераду, што пятніцу мы там інтэрпрэтавалі дату выхада. Ён выходзіў у рамках, дакладней, дадаткам да ежедневніка. Ведаеце, ёсць такі сайт зараз, Ёжбай. Раней ён выходзіў у PDF-фармаце і сайце, на сайце таксама прысутнічаў. І ўсё гэта было прывязана да скрынак карыстальнікаў MailTutBuy. Так? Таму што калі вы рэгістраваліся, вы маглі ставіць і не ставіць галачку насупраць «Я хачу получаць PDF-газету «Ежедневнік». Часцей усё, все галачку не ставілі, бо яна стаяла. І такім чынам мы за літаральна месяца 2-3 набирали там под 10, 20, 30 тысяч читачов. Ну, я не ведаю, уявные хены были, те не уявные эти читачи, але так те накш. Мы выходили 3 месяца всего, ну и дизайн там, конечно, и в принципе, как бы первые потуги, ну, навод и не потуги, они были вельми пристойными, по моим меркованиям. Это были интервью, мы писали про музыку, кино, книги, цікавые люди, капитализм была рубрика, мы попробовали, я так само обновить у Ситидогу, але не атрымалася, это новины из інших городов, соседних краин и не только соседних краин, и так далее, и так далее, и так далее. Мы приснавали 3 месяца всего, и все просто уперлось в то, что не было команды, это кладней команда была, тут, скажем так, был мой... як бы это сказать. Ну, ведаеце, такая у человека есть штука, як эго. Вот пэўный час эго трэба засунуть одно место, для того, каб вы хотели, калі вы хочете, як бы, каб проект працаваў сапраўды. Вот мне не удалось пэўный час его засунуть, куды трэба, але экономика рабіла свое. Як бы грошей у нас не засталося, спонсоры вельми хутка адваліліся по розных причинах. Вось, и мы закрыли проект. Але да Ситидога гэту идею городского часопіса, ну, я з маімі сябрамі, як сёння вам прадставлю, выношвалі, ну, рэальна гады там 4, 5, 7, 8, 10. Як мне падаецца, пачалося, ну, прынамсі ў мяне, пачалося яшчэ на пачатку, там, у сярэдзіне 90-х гадоў, калі у Мінску з'явілася вот такая газета, яна называлася «Добрый вечер», «Добрый вечер», яна была двухмоўная, і гэта была, як бы, першая альтернатыва тады паофіцыйная ўжо, таму што вечорка, вечерні Мінск сышоў з-пад крыла де-факто Менгарвыканкама. Тады это называлася Городский комитет Коммунистической партии Беларуси. Что это такое? И вечерка была органом, это, отповедно, установы. Ну, компартия, ведаете, да? Ранее была одна партия, коммунистичная, и все. Но это правда. А до 91-го года. Я не ведаю. Хай это пытание остается на вашем сумлении. Вось. І у 90-х годах, у 90-м дакладней годзе з'явілася газета «Добрый вечер», якая спрабавала быць такой альтернатывай. Альтернатывай, як бы, больш афіцыёзу, то есть там быў адпаведна афіцыёзу менш. Яны спрабавалі пісаць нармальнай, больш-менш мовай, тое і пра тое, што было сапраўды цікава, ну і стараліся выходзіць на дыскусію. Самае цікавае, што это пра тое, што ці ёсць штосьці арыгінальнае пад луной, да? Калі мы вот глядзелі, Дзіма, па-моему, тады сканавал, это яшчэ нацыянальнай бібліятэцы, вот эту газету, і калі ён прынёс сканы, я заўважыў такую штуку, гэта адносна таго, што ці ёсць штосьці арыгінальнае. Заўважце, як адпачыць у выхадныя. Была рубрика, то бок, куда пайці ў выхадныя, вот той, што як бы адна з нашых ключавых рубрык. Яна ўжо тады была. Ну і адпаведна ясная справа, што была і да іх, і там да 10 да іх, і так далі, і так далі, і так далі. «Добрый вечер» закрыўся, ну я б не сказаў, што досыць хутка, але яны спрабавалі пайсці пад крыло Менгарвыканкама. На жаль, іх не атрымалася гэта, і грошы таксама скончыліся, ну і вот яны зачыніліся. Але наступным выданнем, якое, ну адпаведна вот на мяне вельмі моцны ўплыў аказаў, была газета «Імя». Калі хто памятае, можа быць, ёсць нашы чытачы, якія ў 90-х, у сярэдзіне 90-х бегалі ў шапікі і напрыканцы 90-х ў шапікі. Там, вот я памятаю, жыл на Карлачке, і мы сябрам пасля школы заходзілі, у нас быў, калі вы ведаеце, на Карла Ліпніхта ёсць крама «Мэбля» называецца. І там унізе ёсць падмурак такая крама. Там толькі-толькі пачыналі прадаваць піва на разліф, што было вельмі крута. І там, што вельмі дзіўна, прадавалі таксама газеты «Імя». Газета «Имя», тут не памятаю одно, что Тиулевич, пэўны час сказала, ці сам Петр Марцев, а он был выдавцом этой газеты. Петр Марцев, БДГ, белорусская деловая газета.
И он сказал, что кто-то из них сказал, что газета «Имя» — это, в принципе, про то, что как можно описывать политику, экономику, ну, таки, человечьей мовой, да, человеческим языком. И они сказали, наш поспех будет тогда, когда мы напишем, что один из белорусских, например, умовно чиновников, альбо там селебритис, в пьяном выгляде подчас какого-нибудь там ивента завалился в бассейн. Да, ти в бассейн, ти в фонтан. Вот это как бы вот просто будет пиком карьеры. В принципе, то, что я не робили, да их не робил никто, это 100%. И вельми шмат как бы, белорусских журналистов пошло из этой газеты, они прошли эту школу. Да, как писать для людей, как писать нормальной мовой, так, как было всем зрозумело. И самое важное, как было цікаво. Знову таки, насколько мне ведомо, проект происнавал каля 5 год, и, ну, на жаль, вымушено было закрыться, потому что по разных причинах, у тым ліку из-за того, что я бы был на их тиск, но але по великим рахунку просто из-за того, что рекламодавцы не были готовы до такого формату. Зато на при конце 90-х, на початку 2000-х Белапан, белорусская информационная агенция, стала выдавать газету «Отдыхай». И это уже вот такое, то, что было близко до нас. То есть газета, которая была просвечена менавіта отпочинку, с большей у Минску, и она была у колеры, на жаль, тут и на ЧБ. Вот, что так само было для початку 2000-х, вау. Нечим, нечуваным. Так? Ну, бачите, Солодуха с еще малыми сынами, со своими. Каслука и Ковалев, коли памятаете, так само была их песня «Минск, это я». Вот, это все оттуль. Ну, меркуючи по реакции, не памятаете. Ну, ладно. Коли «Отдыхай» закрылась, так само за экономичных разных обставин, нам доводилось, а мы уже тогда имели махчимость выезжать в Польшу, имели махчимость выезжать в Литву, Литва уже становилась с большей такой европейской краиной. Мы вельми любили ездить в Киев, конечно, то есть початок, середина 2000-х годов, там оранжевая революция и так далее, это все как бы надавало нам молодым, таким здоровым отчувание того, что вау, что-то отбывается побач с нами. И с этих поездок мы вот с моим коллегом Миколом привозили, и не только мы, привозили часописы «Афиша» киевская, это не то, что московская «Афиша» была, это разные были предприемства, и привозили часопис «Тайм-аут» Киев, которые у Киеве начали тогда выдавать. И когда вот мы начали их привозить, а мы в свой час еще робили, для чего мы это возили, мы робили такой часопис был «Студентская думка», мы оттуль так само, отсюль докладнее, черпали эти идеи. И, в принципе, как бы вот тогда уже начала проклевываться думка, что, ну, что-то подобное можно робить у нас. Но самая великая проблема была в том, что не было инфраструктуры. То есть, когда в Киеве там начинялось, вау, там крамы, кавярни, все что за угодно, там было про что писать. В Минску середина 2000-х докладней, там 90-х и 2000-х, там разница была вельми малая. Это мы вот с вами зараз сидим и узгадываем, не можем узгадать, 2 года минуло, где там был студия 67, да? Потому что 2 года для нас это... Вельми хутка и вельми реально шмат у Минску изменилось. Тады 10 год, на мой субъективный погляд, это просто вот как черепаха и шла. Все стояло колом просто, просто. Вот памятаете, был недавно интервью у нас с этим британцем, не с британцем, не памятаю, на конт того, что с австралийцем. Вот он приезжал 10 год тому, и он сказал, как тады в середине нулевых годов мечуки забавлялись. Да? То есть пивас, Свислач и променада туди-сюди, туди-сюди. Там труба альбо Макдон, там что-то в этом районе, и все, больше ничего не было. Как бы тогда, саправды, мало что отбывалось. И поэтому мы глядели на Киев с захоплением в этом сенсе, привозили оттуль, брали некие мули, идеи, и глядели. После, наприкінці уже другой полове докладней нулевых годов, мы уже начали глядеть больше активно так само и на Москву, и ну, вот то, что тут в Дании, какие есть, мой район, это по великим рахунку, ну, в Минску такого отповедника не было, так само а-ля городская газета, а-ля вельми человечьей мовы написана, большой город, ну, я думаю, что вы уже мусите памятать, да, большой город московский, кто памятает руку, можно, ну, пару человек, нормал. И афиша, ну, афишу, да, все памятают, а маль что все. Афиша тогда выходила в друкованном выгляде, она несколько год тому зачинилась, да? Не зачинилась? Не, она, по-моему, выходит там раз на... Друкованная все-таки зачинилась, да? Ну и вот это был уже фактично первый пинок. Вот после этого пинка заявился Егород, после Егорода зачинился, после 2010 года мы спробовали зарегистрировать друкованное выдание, которое называлось City Paper, хоча за все, да?
Мы спробовали его зарегистрировать и хотели, как бы он был бесплатный, был подобный до метро, да, и такие есть форматы газеты, але такие, тогда еще хипстеров как бы не было, ну, красиво, модно, стильно, молодежно хотели робить. Дякую Богу, нас не зарегили, и в 2012 году мы народилися. Я бы зараз вельми хотел вам представить, покольки вот такая презентация скончилась, я бы зараз вельми хотел, как бы вы побачили тех людей, с кем мы робим. CityDog, я просто буду называть их, буду рассказывать, чем они занимаются, вот, ну и вынику у нас тут выстроится такая невеличкая туса. На жаль, как бы один человек с засновальников фактичных сегодня не смог прийти, Ира Виданова, зато пришел другие засновальников, ну и человек, который працует с нами, для нас и для вас, в первую очередь, Микола Шакель. Вот я, Микола, прошу выйти. Микола занимается диджитал-проектами. Вот все, что рухается, все, что тестится, тесты я маю на увазе и так далее, это вот все Микола, плюс один из основных редакторов. Еще двое человек, которые застались, по-моему, двое, которые застались со второй той команды, я маю на увазе самые первые, которые начинали. Это Яся Кравич-Картель. Яся, ну я так скажу, моя правая рука, можно сказать. Вельми часто бываю и головой, и шеей. Мы на углу ее называем социальным редактором. Да? Ну можно сказать так, потому что Яся у нас вот по сувязях с социумом основной человек. Оля Мельгуй. Коли вы вот апошні некалькі месяцаў бачите некие активности, ці не бачите активности в соцсетках, это Оля. Коли вы читаете, куда пойти в выходные там, и так далее, так само Оля. Оль, можешь выйти? А, и расшаривать надо, конечно. Вот, Кайласка, познаёмтеся. Так, далее буду глядеть, потому что вельми шмат. Да, историческая справка. Да, историческая справка. Олеся. Давай, можно тебя запросить. Олеся Жук, наш коммерцийный директор, то есть человек, который отказывает за рекламу, за развитие наше, за финансы и так далее. После вельми хотел бы запросить, потому что этот человек завжды губляется, чему вы так само заразумеете. Наш самый главный человек по красоте, Вероника Иванова. Я думаю, что в ближайший час Вероника вам, ну не сегодня, а в ближайший час Вероника вам покажет. Это не угроза. Саша. Саша Савинич. Да. Саша, этот человек, ну я Саше расскажу все-таки бэкграунд в плане того, что это человек, которого вы частей за все от нас встречаете на улицах, потому что первое, самое ведомое, чем Саша занимается, это уличная мода. Вот. Причем, когда будут питания, когда вы реально, это как бы не жарт, когда вы хотите трапить в уличную моду, альбо в гардероб, так само Саша его робит, ходите по улицах, альбо просто свяжитесь с Сашей и скажите, что вы хотели бы себе показать. И плюс я хотел бы так само отзначить, что Саша, вот не глядя на такой вельми легкий жанр, еще пишет выдатные тексты, у тым лику, когда вы памятаете проект Grassroots, вот який будет иметь протяг в ближайшем часом, Саша вельми шмат текстов написала про это, то пока она еще вельми добрый, такой складанный журналист, скажем так. Так, Таня, пойдете? Таня Троянович. У нас недавно, вот, Таня занимается разными рубриками, разными материалами, но так само, как бы, ей больше цікавить интервью, там психология и так далее. Так что, коли что, то Максим. Максим Максимович, как мы называем. Максим Льва. Это человек, якого ведают рекламодавцы, потому что это человек правая рука Олеси. Ну, на самом деле, как бы не правая. Да, Олеся Пакулька Левша. Ну, у нас так само такого нема. То есть, ти на счастье, ти на жаль. У нас, як не дивно, да, горизонтальная, да, горизонтальная структура керования, да, то есть у нас не вертикаль, как вы привыкли, худшее за все. То есть у нас по великим рахунку каждый сам по себе, але разом мы как бы коллектив. Это вельми складано, особливо, когда вы развиваетесь, это правда. Але с больше то, что вот как бы мы маем, это, дякуючи, мне сдается, тым лику и такой штуке. Так, хорошо. Дима, выйдите.
Дима Соколовский, его троху троллят за то, что вот ему не пошанцевало в свой час, и он ровненько год отслужил у... Я не буду сказать, где. Да, на самом деле Дима их бы мусил после универа поступать в аспирантуру, и поступил в магистратуру, а там намудрили, ну, короче, Диме не повезло. Да, Дима только что вернулся, так что это так само круто. Юля, пойдете? Юля, наш основной человек в половинах. И по разумных текстах, да, это так само вельми важно. И, ну, тут великая просьба так само, коли у вас есть новины из города, коли ласка, досылайте нам, бла-бла-бла-бла-бла. Это вы все видите. Юля, дякуем. Так, Яна, пойдете? Яна Сианихна занимается ЗОЖем троху занимается книгами на МТС, робить рубрику «Анкета», якую вот мы недавно запустили, и ясная косметичка, да, это хит сезона, вот. И Яна как раз этим занимается, так что, коли хочете, знотаки можете подходить. Паша. Паша Гадинский, человек, який отказывая за визуал, в плане не визуал-визуал, а в плане фото-фото. Да, да, именно. Нет, я не пиарю. Так, с кого я не назвал еще? Кто есть у нас? Юля, может, хотите выйти? Господыня пресс-клуба. Оля выйдет. Да, можете поклониться. Почекайте, я погляжу, а никто в зале остался? Они еще нормально сидят. Ну вот у нас есть, мне подказывают еще Алену, да? Алену так само, ну это так само частка нашего коллектива, человек, який у тим лику забезпечивает нашу юридичную безпеку. А где Оля? Оля Городницкая. Оля Городницкая. Ну, Оля, выйдите, да. Как бы уже... Оля отказывает у нас шмат за какие материалы. Оля, проходите. Так, с того, что вот прям вот кидается в очи, Оля, что у нас, рубрика какая у вас есть такая, прям вот которая... Ну да, с психологами, да, с психологами. И Оля представляет батальон педуниверситета в этом сенсе. Ну, как бы вот с большая частка уже нашего коллектива, то есть это троху больше было на фотках, вы можете познакомиться с людьми, как бы поразмовлять, пропоновать свои послуги, там и так далее, и так далее, и так далее. У нас есть такая звычка, наприкінці, коли все отрималось, альбо не отрималось, мы робим самое банальное, что? Нет, не бухаем. Ну, хотя бухаем тоже, да, иногда. Аплодируем другу, потому что это круто. Я разумею, что это, конечно, все выглядит достаточно вот, коллеги, без обид. Убого, да, вот типа, а вот тут у нас вот такое. Но вельми хотелось просто, как вы побачили этих людей, якія робить, да, часопис, и якія у худким часе вы будете бачить их прозвище, потому что то, что вот мы были анонимами, это не самая лепшая, конечно, была идея. Коли будут пытания, я потлумачу, чему так робили, попробую пронамсе. Ну, але худко, как бы, вы убачите на сайте, да, Вероника? Да. Ну что? Ну, коли хочешь, да. Дякую великий вам. Оля, да, давайте. Тут, как бы, вот у нас зараз запланованная такая частка невеликих пытаний с зала. Залы. Колены у вас есть? Вот те у Саши, а после мы протягнем. Есть питание до зала, те есть питание. Есть. Хвилиночку. Я буду все-таки стоять. Хвилиночку. Нас так шмат, это так клево. Здравствуйте, меня зовут Егор, мне 28 лет, я живу с мамой. Да вы напрашиваетесь в героев наши, я так понимаю, да? Вот это вот длительная интерлюдия журналов, которые были до вас, это для чего было? Интерлюдия для того, чтобы вы поняли. Смотрите, у нас было недавно на одном мероприятии мы провели такую штуку. То есть человек, у которого был день рождения,
гостям, которые присутствовали в редакции, да, то есть редакции. Ну, он получил подарок от редакции, а потом подарил всей редакции свои подарки от себя. Подарки были книги. Для чего это было все сделано? Для того, чтобы просто, скажем так, обменяться энергиями, обменяться мыслями. То есть все мы люди разные, но хочется как бы работать на одном уровне, на одних как бы, там, эмоциях, на одних, с одним бэкграундом, с похожим, по крайней мере. То есть рассказал для того, чтобы вы, в общем-то, понимали, что есть такие вопросы, что типа вот вы там лямзите где-то, да, что-то повторяете там, и так далее. То есть на самом деле процесс был достаточно такой, похожий на машину. В смысле, на машину, на что это? Ну, не знаю, на что похоже. На что-то похоже. Но чисто для того, чтобы вы поняли вообще бэкграунд и немножко прониклись нашей теорией. А, Б, мне, я всегда это повторяю, очень важно, чтобы в Беларуси все-таки, это как бы одна из наших тем была, пытаться делать преемственность. Потому что мы писали об этом в самом начале нашего существования, эту тему немножко продолжаем. К сожалению, в Беларуси и в Минске это очень сильно видно. Каждое новое поколение приходит и думает, что вау, мы пришли, мы герои, до нас вообще ничего не было, да, и начинает сначала делать те же ошибки, начинает сначала строить велосипеды, а потом уже выясняется, что этих велосипеды было 10 штук изобретено. То есть вот этого культурного гумуса, как я его называю, вот его постоянно вымывают там временем, там какими-то репрессиями, там черти чем. И вот этот постоянный культурный гумус становится очень-очень тонким. И с одной стороны. С другой стороны, та история вот прессы белорусской, минской, которая была, ее как бы тоже нужно знать, если ты хочешь как-то развиваться. Ты уже знаешь, чего, как, зачем, почему, где стоит ступать, куда не стоит ступать, какие ошибки были, какие не были, там и прочее, прочее, прочее. Ну и третья история, это вообще наш, ну если не конек, то мы как бы делаем ставку, да, на историю, в том числе на историю Минска. Но если вам было скучно, я сразу просил прощения. Привитание. Ну так, а расскажите, чем выкликана была идея не подписывать авторов, и чему аж на 5 год вот это трималось? Не, меньше. Мы спочатку подписывали авторов, а пасля, по технічных причинах, гэта я выключили. Долго не подписывали авторов зноў, зараз, ну, думаем, гэта пачаць подписывать аўтараў зноў. Ну, для мяне апраўданнем такога доўгага перыяду, мне падаецца, што 3 гады было без аўтараў, з'яўляецца тое, што CityDog ўсё ж такі вельмі рэдактарскі праект. Ну, для нас важна тое, што пішуць журналісты, але стылістыку часопісу робяць рэдактары. І таму для мяне не падпісанне аўтараў некаторы час не працяглы было апраўданае. Ну, акрамя таго, не ўсе журналісты CityDog хацелі б быць падпісаны. Это таксама важна. Да. Мне апошняе пытанне перад наступнай часткай. Ты зараз, Сергей, прыставіў вялізны склад, вялізную частку каманды, але там не было ніякага праграміста і нікаго, хто б рабіў тэхнічны бок, так, тэхнічную падложку CityDog. Ці гэта азначае, што ў вашай камандзе іх няма, ці яны сядзяць на аутсорсе? Это азначае просто, што у кого-то памяць кароткая в плане мяне, і я просто забыл Дениса нашага паставіць, расшарыць на него Google Doc, да, каб ён просто ведал, што сёння это будзе. І ён таму у яго былі свае планы на сёння, але гэта вельмі важная частка, безумоўна, і мы зараз проста гэта бачым, таму што таксама некія перетурбацыі ідуць ўнутры часопіса, не перетурбацыі, як бы развіццё, да? І гэта чалавек адзін з ключавых. Мы гэта вельмі моцна адчуваем. І калі штосьці атрымліваецца, і тым больш, калі штосьці не атрымліваецца. То бок адзін праграміст у камандзе ёсць. Адзін праграміст у камандзе ёсць, так. Дзякуй. Ну тады паехалі далей. А яшчэ адно ёсць. Калі ёсць пытанне, так. Добрый вечер, меня зовут Анна. У меня вопрос по поводу авторов. Хотелось бы узнать, ну вы немножко их представили, но это же не все авторы, да? То есть есть фрилансеры, и хотелось бы узнать, вот кто эти люди, то есть их возраст, ну и такой портрет социальный. И еще по темам, как темы рождаются. То есть это исключительно редакционная такая вот работа, или вы, ну, авторы тоже имеют право какие-то темы подбрасывать? И пропорции этого, если можно. И про что? И пропорции, то есть чего пропорции больше идет? Именно редакционной такой кухни, ну, тематики, да, или вот внешней? По поводу фрилансеров. Да, в общем-то, есть. Их не так много осталось. Я имею в виду, осталось незамеченными тут на сцене. Они есть, люди возраста, в общем-то, до 30, скажем так. То есть старше только, вот, наверное, мы с Николаем. Какой Виталь?
А, да. Да, еще есть один автор, вот ему 30 лет. То есть тот человек, который отвечает за книги, за киноновинки, там, за сериалы и так далее. Остальные до 30. До 30 это студенты. Ну вот года два назад мы говорили, что студентов журфака, да, института журналистики, очень мало у нас. И как бы всегда было такое немножко ощущение непонятно, это хорошо ли или плохо. Потому что, с одной стороны, не хотелось как бы ганьбить да, установу. В общем-то, ну, люди стараются, учатся там и так далее. А с другой стороны, все понимали, что, к сожалению, институт журналистики не всегда удается выпускать. И я подозреваю, что это не только проблема была, есть, наверное, преподавателя самой, как бы, и самой институции, а очень часто мотивированности людей, авторов. То есть для меня всегда было странно и удивительно, когда люди приходили, и выяснялось после пятого курса, допустим, да, или на пятом курсе, выяснялось, что у людей пятый курс, нету ни одной публикации, ни одной. То есть это было очень странно. Сейчас ситуация у нас немного изменилась, потому что есть люди, которые заканчивали уже профессиональные, да, профессионалы, то есть заканчивали журфак там, по разным специальностям. Вот. И это мне дает, в общем-то, шанс говорить, не шанс, как бы, а возможность говорить о том, что, ну, наверное, да, там институт журналистики, как бы, бла-бла-бла-бла-бла. Но мне бы хотелось отметить, потому что, не знаю, вкладывали ли вы вот это, или это моя личная подоплека по поводу того, что, во-первых, возраста, да, а не малолетки, или, потому что иногда мы читаем комментарии, и там возникает эта тема «школьница», «гори в аду», там, и вот это все. Нет, это не школьники, не «гори в аду», будем это называть редакционная политика. И с другой стороны, как бы это люди все-таки, которые умеют писать. То есть, опять же, чтобы вы понимали… Не знаю, тут стоит об этом говорить, не стоит, но когда вы делаете очень много контента, да, то есть когда у вас в день выходит там 15, 16, 17 материалов, а реально у нас столько выходит, и это вы просто не видите, потому что вы получаете из разных источников, да, там Face, скорее всего, там соцсети, хотя там большая часть людей приходит на главную, но они те же новости не все, допустим, видят. Да, то есть вообще это поток, вообще это как бы махина, которая уже, ну ладно, не махина, не конвейер, я подыскиваю. Что-то там, ладно, какой-то механизм. Вот. И возвращаясь к вашему второму вопросу, как этот механизм работает, это обычные летучки. То есть ничего, nothing special тут нету. Это обычные летучки для редакции, которые как бы в редакции каждое утро в 9 часов. Для редакции, которые как бы в том числе и фрилансеры, это раз в неделю. Не может быть такого, что главред или кто-то из редакторов пришел и сказал, типа, вы пишете все. Это неинтересно и это не работает. В смысле, вы пишете, вот ты, ты и ты пишешь то, что я сказал. Такого быть просто не может. То есть мы работаем с тем, это уже другой вопрос, это другая проблема, чтобы авторы приносили темы, там, героев, истории там, и так далее. То есть и в ином случае просто не будет там сити-дога вот такого, которого вы знаете. Это будет что-то другое. Ну и с темами это же еще совместная работа. То есть кто-то может предложить тему, а потом все вместе на летучке могут ее обсудить, докрутить и сделать намного лучше. Это тоже очень важный процесс. Интересно, допустим, приходит автор со своей темой, и может ли эта тема вот вообще в чистом виде, как автор предложил, так и появиться? Или она обязательно проходит вот через эту летучку, да, и вы каким-то образом перекраиваете эту тему, решаете, что для вас важно в ней, что не важно, вот технически чисто? Это может случиться, но так бывает редко. Нам очень редко внешние люди предлагают 100% подходящие нам темы. То есть такое бывает, но это ну, большое везение. Понятно, спасибо. Ну и хотелось бы вот, я, кстати, не отметил, потому что в той презентации, я помню, отмечал, еще медиа, которые как бы оказали на нас влияние. Ну, мне очень важно просто, чтобы вы поняли в таком, в правильном, как бы правильно оценили. Потому что, мне кажется, очень много с этими медиами связано всякого шлака, я имею в виду вот в сознании людей. На меня очень сильное впечатление. Однажды мы на ФСП, на одном из первых, по-моему, ФСП приглашали в рамках Эдутеймента Зисера и Стельмаха. Стельмах тогда был директором еще онлайнера. И мне очень понравилось, когда Стельмах сказал вот эту фразу, что если ты выходишь на рынок с новым продуктом, ты должен идти на рынок с пониманием того, что ты должен стать первым. Получилось онлайнер, не получилось, тоже это не важно на самом деле. Потому что вот в качестве инспирации это очень крутая была тема, да, и очень крутой как бы посыл. То есть онлайнер в этом смысле для нас и в смысле того, вот как подавать информацию, на самом деле, что бы ни говорили, желтый, он не желтый, это, знаете, как бы ну, немножко не про то все. Это просто как вы подаете информацию. То есть
не было бы такой здоровой аудитории ни у онлайнера, ни сейчас у Тутбая, да, если бы они грамотно не давали эту аудиторию. И вот человек, который тут присутствует, я там уже чуть ли не в любви признавался один раз и говорил, что ну, для меня на самом деле это человек-учитель в каком-то смысле. Знает человек, не знает, мне, в общем-то, не важно, важно, что я об этом знаю. Юлия Слуцкая, хозяйка как бы пресс-клуба, она в свое время, вот, Юля может встать, она в свое время начинала и довела вообще до золотого сечения такого «Комсомольскую правду» в Беларуси, да, и «Еврорадио». И я просто помню, как вот мы даже в редакции, тогда еще не CityDog, а другого издания, которое мы делали, ну, просили, чтобы она вот нас походила, там, покурировала немножко там, и так далее. То есть вот то, что она делает, как она делала тогда, ну, в общем-то, и сейчас тоже, ну, на нас, вот, на меня лично, точнее, оказало очень сильное влияние. К чему я это рассказывал? Я потерял нить, но хотел очень поделиться с вами, потому что, ну, мне кажется, это важно. А можно еще дополнение? Вот про рекламные материалы. Они делаются теми же самыми авторами или у вас есть, ну, это больше редакторская какая-то работа? Вот именно спецпроекты так называемые. Хочешь поговорить по этому? Нет? Это редакторская работа. У нас нету специально обученных людей. Точнее, они все по большому счету специально обученные. В том числе писать. Даже не так, не с этого начнем. Как бы получилось так, что вот когда в 2012 году мы начинали, мы поставили перед собой цель сразу же. То есть это действительно было сразу обозначено, потому что нам легче, у нас еще за плечами был рекламный бизнес. Да? То есть у нас компания, в рамках которой существует юрлицо, на которое зарегистрировано CityDog, это компания, которая долгое время и сейчас тоже занимается рекламой. И мы знали просто, мы делали в том числе корпоративные медиа, и мы понимали, каким должно быть по-хорошему корпоративное медиа и вообще медиа, да, то есть как работать с текстами. И когда мы запускали CityDog, то была задача никогда вообще ни в коем случае не запускать, не допускать джинсы, пиара какого-то там и так далее. Я знаю, что многие из вас удивляются этому, да, потому что тоже как бы, мы знаем, что люди говорят, что у вас половина материалов там рекламных и прочее. Нет. То есть мы, может быть, не совсем четко это обозначаем, но обозначаем. УНП внизу ставим каждого рекламного материала. И поверьте, ни один материал не может быть платным и пройти мимо кассы. То есть и вы об этом не узнаете. То есть везде под любым материалом рекламы стоит УНП. Так вот, когда мы начинали, то поставили перед собой цель делать рекламные статьи такими же, как и обычные статьи. Через год-два стало понятно, что это называется нативная реклама. Да, и получилось так, что действительно это без прикрас, мы как бы лидеры получается. CityDog лидер на белорусском рынке по нативной рекламе. У нас в год выходит сколько статей рекламных? 200-300, да, материалов выходит платных, то есть нативных в год. И, ну вот, мне коллеги подсказывают, вот когда Медуза, помните, там рассказывала о том, что вот сколько у них выходит. То есть это сравнимо вообще. И ну, на белорусском рынке вообще этого как бы нету, таких, как бы, такого бэкграунда. Да? Поэтому делаем мы их такими благодаря редакции. У нас нету такого, это предвосхищаю вопрос, который следующий может быть. Есть ли та самая стена между редакцией и отделом рекламы? Нет, у нас нету. Почему? Сначала мы считали, что это как бы не нужно, ну, потому что, грубо говоря, мы были не такие большие, да, и нужен был, вот в физическом плане стена это не нужна была, она была лишняя. Нам проще там Олеся, там, типа, послушай, там, или там Сержук, там, типа, бабэм. А когда редакция стала разрастаться немножко, и как стало, ну, вот, в последнее время, там, последние два года, то есть, возможно, мы думаем над тем, что немножечко развести эти дела, но это пока не катастрофически. То есть все пишут, как бы, журналисты, и для нас это, как бы, не мерило, а гарантия того, что материалы будут написаны, ну, в том же стиле, так же хорошо, как и обычные материалы. Просто еще немножко про механизм добавлю. У нас приходит запрос на то, что нам нужен рекламный материал на такую-то тему. Собирается несколько редакторов, которые разговаривают о том, как эту тему можно было бы повернуть на интересный ракурс. Если мы не можем этого сделать, мы отказываемся от рекламного материала, и такое тоже бывает. И после того, как проходит рекламный, ну, там, редакционный ценз, там, что мы можем, как это поворачиваем или нет, после этого мы согласовываем эти темы с клиентом и передаем журналистам. Ну да, вот как Сергей сказал, тем же самым журналистам, что пишут другие наши редакционные материалы. Даже Сергей Владимирович иногда пишет рекламные материалы. Калинима питання. У тебя есть еще питання у вас, может быть? Ну, калинима. Если...
Я казал уже, что, в принципе, мы выдатно разумеем, что без вас, читачоў, як бы седога не будзе. І это не пустые словы, это сапраўды так, потому что, па-першае, мы адсочваем, што вам цікава, мы стараемся арыентавацца над вашы зацікаўленасці, і гэта сапраўды так. Калі з'яўляецца некі матэрыял, в принципе, любы з членаў редакцыі можа абгрунтаваць, чаму ён заявіўся, апелюючы да статыстыкі, там да розных сістэм статыстыкі, альбо да праглядаў, альбо да рэпостаў і так далей. Але другую чергу мы таксама звяртаем увагу, ну не другую, а таксама звяртаем увагу на тое, што пішуць у каментарах. І мы сёння папрасілі прыйсці сюды людзей, якія з'яўляюцца лідарамі ў нашым каментатарскім пуле, скажам так. То бок людзі, якія напісалі больш за ўсё каментаў на CityDog. Мы, калі складалі гэты спіс, мы вельмі здзівіліся. Чаму? Таму што былі людзі, якія мы дакладна ведалі, вау, ну вот ён дакладна мусіць быць, гэты чалавек, таму што сапраўды там дафіга пішуць всего. Да? Але, як высветлілася, шмат вельмі людзей, якія пішуць, можа быць, іх каменты не такі хайповыя, якія ну, вы прывыклі бачыць, да, і да якіх вы звяртаеце сваю увагу. Але гэтыя людзі сапраўды вельмі часта пішуць. І яны... Я спадзяюся, яны тут прысутнічаюць, я назову іх прозвішчы, калі вы ёсць, я прашу вас падняцца. Гэтыя людзі таксама робяць у пэўным сэнсе контент наш, бо пасля таго, як прачытаны альбо не прачытаны артыкул, гарантавана вы глядзіце на каментары і вы чытаеце гэтых людзей. І гэта тое, што называецца новым медыям, калі вот эта сумесь ўжо сіго, да, калі тым ліку чытачы такім вось чынам робяць гэты контент, яно вельмі цікава, вельмі важна, і мы б хацелі гэтых людзей адзначыць. Калі вы ёсць, я вас папрашу падняцца. Валер Рубінчык. Валер Рубінчык. Вольф, боже мой. О, ёсць. Ёлы-палы. Дайте я вам потисну руку. Дякую, Вольф, что пришли до нас. Да. Постоите троху? Ага, Саламею Кюри. Чалавек, які... Ой, клас! Прашу, дзякую вам за тое, што пішаце. Дар'я Талыка, калі не памыляюся. Дар'я, ці прышлі вы? Не прышлі. Пам-пам-пам. На жаль. Ніколай Терентьєй? Где? Не прыйшоў, не, Терентьєй. Егор Ващекін. Нема. Так, есть, хорошо. Есть, есть, есть. Есть? Где? А, это вы. Да, вы идете? Да. Класс, ну давайте. Так, слушайте, давайте я вам, поскольку вы наши гости, я хочу вам пропоновать все-таки сесть. Так, еще зараз будет одно кресло, хвилиночку. Да, давайте я еще одно кресло возьмем. Вот, вот это настоящий комментатор CityDog, который все решает сам. Да-да-да-да. Самое, наверное, глупое интервью, которое может быть в жизни, это брать интервью у комментаторов. Смотрите, мы можем как бы поступить как? Мы можем, если у вас есть некие питания до нас, вы можете их задать. А коли нема, то с вашего дозволу я бы хотел вам задать пару питаний. Одно точно знаем. Так, давайте, наверное, микрофон все-таки буду Почекайте давать вам. Почекайте хвилиночку, да? Зараз микрофон так само вам отдам. Одну я точно знаю, вторую. А, я их не знал. Окей, да, я все-таки думал. Меня слышали? Вольф, может вот посунуться сюда, как вы не сидели так на вот себе. Тут нормально, да? Окей, хорошо. Две ваши проблемы. Первая в камень программиста. Давайте. Интеграция с социальными сетями. Угу. А что здесь не так? Она такая адовая. Все не так? Чтобы я обычно вхожу через контакт, потому что самое удобное. Да. И я не вхожу через контакт последние 3 месяца. То есть я вообще не пишу комментарии последние 3 месяца, потому что когда я нажимаю «Войти», оно не входит. Жесть. Оно остается точно так же. То есть оно просит вести капчик.
скажу. Я, конечно, подозревал там, что буду чувствовать себя мальчиком для битья, но... Поэтому хорошо, да, Денис... Да, окей. Ага. Ну и второе, когда вы так ударились в феминизм? Феминитива, да? Я девочка, и я феминистка, но мне стыдно за вашу авторка, дизайнерка и вообще... Ну вы же читали, да, нашу статью по поводу феминитивов? То есть мы пытались объяснить. Я читала, но никто не понял. И что, не выиграл? Играл, но не выиграл. Да. То есть, в принципе, как бы вам не нравятся феминитивы? Ну, понимаете? Поднимите руки, да. А кому не нравятся феминитивы? Ну, нет. Да, видите. Друзья, смотрите, по поводу феминитивов это хорошая, как бы, может образоваться дискуссия. То есть я объясню нашу позицию. Да, Соломея, если вы не против? Да. Но не всегда я как бы стираю комментарии. По поводу феминитивов у нас, в общем-то, позиция достаточно простая и прозрачная, в том смысле, что да, для нас важно, хотя мы знаем, да, что один из аргументов, мол, давно уже в этом мире... Таня осталась без кресла. Давно в этом мире как бы продвинутые люди, товарищи там за рубежом феминитивами тоже не пользуются. То есть есть и равноправие, то равноправие во всем. Да? То есть есть как бы обозначение и так далее. На наш взгляд, вообще эта тема как бы феминизма такого не, как бы сказать, не домостроевского, а такого, ну, на уровне гражданского общества, на уровне изменений каких-то. Для нас она достаточно важна. Почему? Потому что ну, понятно, что есть проблемы с этим, с правами женщин, да и с правами мужчин. Чего же там говорить? Вообще с правами. У белорусов, к сожалению, есть проблемы. Мы пытаемся зафиксировать вот эти нормы для того, чтобы, да, немножко как бы раздразить, то есть раздражать. Но, с другой стороны, мы хотим еще, чтобы все-таки ну, люди привыкали как бы к тому, что есть другое мнение. То есть, да, кто-то кому-то нравится. Действительно, наши есть герои, и это важно. Если кто-то говорит, ну, если вы, допустим, вам не нравится, когда вас называют комментаторка, значит, будем писать комментатор. Ну, то есть мы к этому уже подошли. Но есть достаточно большое количество героев уже, которые хотят, чтобы писали комментаторка. Причем, ну, для них это позиция, и для нас это тоже, в общем-то, понимание на уровне, да, окей, вообще без проблем. Второй, как бы, плюс еще в этой ситуации в том, что, да, мы знаем граммар нации, ну, граммар нации в Беларуси, русскоязычный граммар нации немножко смешно звучит, потому что, в общем-то, для всех, для нас русский язык все-таки, ну, по большому счету, не совсем родной, да, если мы живем в Беларуси. И в этом смысле белорусский язык для нас тоже является такой и палочкой-выручалочкой, и как бы золотым ключиком, которым можно... Ну, то есть в белмове, как бы, феминитивы абсолютно нормально функционируют, как бы, есть. Але мы маем на увазе, что вам не подобается. А вот здесь еще второй вопрос возникает. Вот вы говорите, что некоторые говорят, что да, меня называют авторка, некоторые... Но проскальзывают статьи, когда... Просто, видимо, кто-то забывает, что вы пишете авторка, и там идут нормальные русскоязычные слова. Да, то есть бывает. Без и на старуху. Нет, да. Секунду. Просто понимаете, вы придерживаетесь одной политики. То есть либо вы за феминитивы, либо вы против. То есть, когда ты смотришь так и так. Если подожди, микрофон, если что. Угу. Смотрите, значит, опять же, если человек говорит, что ему важно, чтобы был феминитив, мы его ставим. Если человек говорит, что ему не важно, в последнее время мы так очень осторожно. То есть мы видим бурю как бы негодования, но, в общем-то, мы к ней готовы. И хотя, ладно, мы не будем делать такими большими уже рывками, валить прямо все феминитивы, но маленькими как бы шажочками мы подойти к этому хотим все-таки вопроса. Yes, спасибо. Николай, если у вас... Вы хотели что-то добавить? Да. Вольф, может быть, у вас есть... Что хотели бы так само запытаться? Ну, потому что мне есть что у вас запытаться. Я зараз не буду казать про баги, там, может быть, это можно трактовать как фичи. Просто вот такое да, пожадание, как протягивалась рубрика про этничные супольности, евреев, татаров, поляков. Ось. Вы добро починали, сдается, в минулом годе, но зараз это трошки заглухло. Я думаю, что каждый месяц отбывается в житті этих супольностей. Нечто цікавое. И вот каждый из них можно присвячать материал, ну, коли не раз на месяц, то хотя бы раз на квартал. Вот это мое пожадание такое стиплое. Окей, дякую. Скажите мне, коли ласка, потому что, ну, вот все трое, мы, Вольф, с вас почнем, как часто вы на углу
коли была магчимость, да, користаться контактом и фейсом, а як часто вы коментуете? Я не користаюсь, по-перше, ни контактом, ни фейсом. Я просто заходжу як анонимный користальник, можно сказать. Вот. Ну, щодня практично. Ну, бывает, конечно, з'їжджаю там з Мінська, немає інтернету, тоді відповідно не гляжу сети док. Ну, а так, ну, апошнія два роки ось, напевно, упершиню довідався, коли ви освітлили живые шахматы у Минска. Вот. Шахматы мне близкие. Это было цікаво. Ваша подборка фотоздымка у червня 2015 года. Ну, с того часу так все частей и частей стал заходить. Да. Отчуваю некую залежность. Ясно. Дякую. Николай, как часто вы, когда была возможность? Егор, а почему? 28 лет, помнишь, там, который с мамой живет. Егор, конечно. Да, извините. Бывает. Я Егор, у меня две кошки и шарпей. И вы с мамой живете? С мамой живу. Да, я помню. С папой и сестрой. Отлично. Скажите, ну вот реально, сколько, как часто вы вообще комментировали? Раньше, ну и сейчас, если удается. Ну типа, я, наверное, раза 3-4 за последние полгода писал ВКонтакте, что CityDog чмо, я туда больше заходить не буду, потому что меня постоянно удаляют. Ну как бы я правду говорю, правильно? Да, да, да. Я не пытаюсь кого-то оскорбить. Вот, еще сейчас очень волнуюсь, прошу меня простить, как бы я обычно более такой яркий оратор. Вот, ну я попробовал троллить и комментировать, как только у меня появился интернет, я сразу же подсел, это чуть... Ничего, нормально, даже это когда чуть... волнуетесь. Да, да, это чуть хуже, чем героин, как бы, но... Вот, ну... Тяжело быть на сцене и тяжело об этом говорить. Комментирую я постоянно. И как бы помните, в South Park было, когда там всех комментаторов раскрыли, да? И тут я попадаю в такую же ситуацию, да, думаю, да, да. Закончится херово, типа, блин, что это будет? Вот. Ну, я постоянно сижу в интернете, и то, что ты говоришь, что у вас там 15 новостей выходит, как бы плохо, когда не хочется ни одну из них комментировать. Это как комментатор-тролль, тебе говорю. Вот. Очень плохо еще, когда эти новости трут, и очень плохо, когда ты там... Комменты. Ну, да-да-да, извиняюсь, типа. Ну, это же маленькая микроновость там в маленьком мире комментаторов. Да. О, смотри, можно там, что у вас там, лапка, по-моему, да? Можно лапку поставить или какашку кинуть, короче. Я чувствую себя маленьким богом. Вот. Да, да. Ну, кстати, мы думаем, возвращать или не возвращать. А какой смысл? Вы все лучшие комментарии вытираете. Ну, если они не хамские, оставляем. Да должен быть бугурт. Мы же общаемся. Типа, ну, вы нам дарите маленькую соцсеть, как бы то ни было. Мы общаемся у себя в комментариях. Мы друг друга уже узнаем, как комментаторы, да? Мы четко знаем, что вот этот чувак там будет тот писать, а этот тот будет писать. Это будет постоянно эту херню гнуть, короче, а это какую-нибудь чушь загнет. А кого, кстати, любите? Среди комментаторов. Она тоже. Среди комментаторов. А я сейчас даже не вспомню. Ну, там. Периодически кто-то всплывает. Я перестал типа, ну, читать, залазить в комментарии, потому что ну, это грустно, что вы все вытираете, какой смысл. Типа, я для вас тружусь, как вы вот сказали, да, фидбэк очень важен, как бы, ну, и микромир очень важен. А вы меня, мало того, что как бы, ну, так обезличенно, типа, бабах, и все, и стерт. Типа, ваш комментарий стерт. Раньше, когда были всякие форумы и прочее, те выносили там какое-то предупреждение, да, то есть была какая-то личка, была обратная связь с изданием. А у вас такой типа обезличенный модератор, которому все можно, такой тиран в Беларуси. Ты приколи, как это бьет, типа, ну, по тебе. Ты сам сказал, что с правами у нас не очень. С водительскими все вообще отлично, у меня нету. Вот. И как бы ты и так в Беларуси живешь, а тут еще непонятно кто, и ему все можно, и он стирает твой коммент, а ты корпел, ты сидел придумывал. Это же как Твиттер, короче. В 140 символов вместить какую-то там информацию, да, ты целый день ходишь, думаешь, и бабах, вышел, короче. О, лайки потекли, и тут бах, стерли. Слушай, я, кстати, вот не думал, да. Я думал, что это все так рождается с кондачка. Не-не-не, типа, ну, видишь, как я разошел сейчас? Да-да-да-да-да. Ну, Соломея, дайте сказать. А потом герой. Да, кстати, это тоже такое. Ага. А я коварная женщина. Я провокационные статьи комментирую анонимно, когда получалось. А так вообще, ну, комментирую либо интересные мне статьи, либо вот провокационные. И у меня вот назрел вопрос. Знаете, что такое пикабу? Да. Вот. Я уже не раз так хотела что-то от вас перенести на пикабу. Да. Но у вас у нас на пикабу политика получается? Ну, я... Ну, все поняли. Политика, что без разрешения издания
Да, да, мы да. не имеем права копировать материал. А у вас разрешение добиться, это на почту написать, это вообще какой-то адовый труд. Я, наверное, раз 5 уже или 10 писала. Писали нам на почту? И вас сотрут. Да. Да. Ну, напишите, да. Вот. То есть, напишите. То есть, если я напишу, можно будет вас как-то синтегрировать с Пикабу? Да, наверное, да. Why not? А, мы обычно трем. Ссылки? Yes. Нет, посты. А, ну ясно. Ну, просто у нас политика такая, что... Ну, ладно, на Пикабу. Политика такая, что если издание запрещает без его ведома разрешения публиковать, то мы убираем обычно, если жалуются, потому что разрешение должно быть как бы письменно, либо на официально, в общем. Да, дадим, когда придет письмо. А, смотрите, я еще хотел сегодня попробовать, ну, чтобы как бы нам всем было интересно более-менее, только я прошу вот эту тему как бы не выносить за рамки... пресс-клуба, у нас есть, раз уж мы говорим о летучке, у нас есть документ, ну, Google Doc, в котором прописаны темы на ближайшую неделю, две недели, месяц. Пока вот вам, а там сейчас вот буду, да, раздавать уже на анкеты, да, пока вот вам не раздали анкеты, я бы хотел, честно говоря, сделать небольшую летучку вот прямо тут, да, то есть, ну, со всем залом. Есть два дня, я просто их вынесу, зачитаю сейчас темы. И очень хотелось бы знать, поскольку, опять же, пока анкет нету, очень хотелось бы знать вот эти темы. Они вам вообще катят, не катят? То есть нравится, не нравится? Вы можете просто поднимать руку тем, кому нравится, чтобы понимали, я буду себе отмечать, там, условно, там 25% присутствующих, присутствующих в этом зале людей там, да, тему одобряют. Хорошо? Не против вы? Да. Давайте попробуем, хорошо? Смотрите, значит, это следующая неделя. В понедельник и вторник. Значит, понедельник у нас будут уличная мода. Поднимает руку тот, кому, да, надо ставить. А можно только выше, если можно, чтобы было понятно. Так, это сколько мы обозначим? Ну, 30% где-то, да? А, куда пойти? Ну, почти... А можно вопрос про рубрику «Куда пойти»? Кому она нужна в понедельник? Ты в понедельник пытаешься выжить. Вы что, гоните? Типа, ну, да без разницы. Но все равно ты уже как бы потратил максимум времени, встретился максимум со всем. За ЗОЖ можно быть сколько угодно. А что, это... чем заниматься в будни? Ну, это другой готовиться вопрос. Готовиться к пятнице? Уже. Это уже другой вопрос. Окей. В понедельник выходит конкретно... на «Куда идти» в будни? Простите, пожалуйста. Окей. Да. Рубрика «Фотошот» историческая, то есть там, где фотографии размещаем и так далее, да, какие-то редкие Минска. Это где-то, ну, чуть, ну, 45%, да, наверное. Я отмечу, хорошо. Рубрика «Планы на сегодня», то есть сам вот, с самой ночи она появляется, и вы смотрите. Ну, условно, планы на сегодня, где купить купальники с 40% скидкой. Да, 5%. Я понял. Хорошо. Ценные указания для аллергика. То есть вообще как, зачем, почему обращаться. Аллерголог расскажет про проблемы там и прочее, прочее, прочее. Ну или давайте шире. Давайте проблему, вопрос здоровья. Вот просто физического, не психологического, а физиологического, да, возьмем. Да, на понедельник. Только поднимите руку так более четче, да? Так, ну где-то 35%. Хорошо. Ценные указания, как вести себя с человеком с депрессией. То есть и там будут уже советы давать человеку, который с депрессией, специалист. Чего можно говорить, чего нельзя, как вообще себя вести, улыбаться, не улыбаться и прочее. Еще раз, пожалуйста, поднимите. А вы не поднимаете? Вам... Нет? Да? Мне вообще не нравится эта рубрика. Хорошо, ценные указания. Да. Но я так иначе поставлю 40%. Я сидела и просто... Мне было жалко, что меня не пускают комментировать. Ну-ка, я делала этот материал. Вы на примере одной и двух беременных начали раздавать советы, как себя вести с беременными. То есть а это, что там плохого? Ну, там половина советов полная ересь. Это именно вот к этим людям. То есть
Беременные вообще все разные. Ну, да. Ну, то есть, ну, я не понимаю смысла это робить. Просто понимаете, интернет это один большой совет. То есть ты идешь и ты читаешь, но я серьезно не понимаю смысла вот этой рубрики. Ну хорошо, я записал, так или иначе. Вторник смотрим. Значит, 5 самых важных маркетов месяца, на которые нужно сходить. Ну там, начиная от Пастернака и заканчивая чем там, что у нас будет? Морковка. Морковка фест, допустим, да? Поднимите, пожалуйста, выше. Так, ну где-то 30%, да? 25 напишу. Планы на сегодня. Что у нас там будет? В Золотом гребешке бесплатная дегустация нового десерта. Было у них по понедельникам, я не виноват. Ага. Чуть выше поднимите тоже, чтобы я так понял. Так, хорошо. Значит, это где-то 7%. Ну, 10, на самом деле, 10. Необычные девишники, которые бывают. Ну, то есть и там брутал будет, и там будет вообще как бы веселуха и так далее. Пять процентов, хорошо. Подборка купальников от белорусских дизайнеров. В том числе и вязаные купальники будут, обещаю. Да? Не подняли. Ну, выбор человека. Так, еще раз, пожалуйста, поднимите, чтобы я видел. Так, где-то 20. Да, все на глазок, все на глазок. Известные минские блогеры про самые хайповые посты. А рука где? А, в смысле класс в этом смысле, да? Понял. То есть где-то 30%. Ладно. Слушайте, еще вот рубрику, ой, не рубрику, точнее материал назову. Если у вас есть реально герой, пожалуйста, помогите, потому что очень нужно. Ну, правда. Я закредитован. То есть история людей, которые берут кредит для того, чтобы отдать кредит, для того, чтобы в том числе там еду купить и так далее. То есть те, которые покупают сумасшедшие какие-то вещи, и с другой стороны люди, которые действительно на еду, им не хватает, и поэтому берут кредит. Есть такие вот истории, но нам надо чуть побольше. Кому, в принципе, было бы интересно почитать это? Ну, 50%. Да, ну, может быть и так. Так, хорошо. Спасибо вам. Как всегда, мы в редакции делаем. Давайте поаплодируем друг другу. А можно вопрос сразу же, ну, в плечи? Егор, подождите секундочку. Я хотел сразу спросить. Друзья, вот если тоже как бы у нас такая идея ходит в редакции. Редакция у нас небольшая, но мы думаем иногда время от времени приглашать комментаторов и читателей на наши летучки, то есть чтобы они помогали нам в том числе с контентом. Кто был бы… Ну, то есть давайте без этого, без ложных там, да, поднимите руку и, в принципе, кто бы хотел, подойдите потом, мы запишем просто контакты. Кому было бы, в принципе, интересно приходить на летучки, чтобы участвовать в том числе для разработки контента? Если вам не влом, если вы не забудете, пожалуйста, подойдите потом ко мне и дайте свои контакты. Хорошо, мы с вами туда свяжемся. Егор. Ну, у меня, собственно, как бы вот про это и вопрос был. Типа в понедельник рубрика выходит. Что там купить по скидкам, да? Да. Она каждый день выходит, план, ну, да, на сегодня. Да, да. И вопросы два, наверное, будут. Да. Я не совсем понимаю просто, как это у вас там все делается. Вы говорите, что вы самые крутые по нативной рекламе, да? Да, это посты там не рекламные, ну, то есть там за понимаю, них не платят. Я понимаю, так я вот про это и спрашиваю, есть ли какая-то интеграция в этом? Потому что мне, как, в принципе, парню интересно залазить в рубрику «Что купить сегодня со скидкой», потому что деньги я трачу на бухло и тёлок. Но я там ничего не нахожу, кроме купальников и помады. А хотелось бы находить. У меня предложение. Вы не могли бы типа в эту штуковину акционные товары именно, ну, в вашей какой-то там штуковиной этой, короче, типа интеграции, да, там за рекламу. Пацаны, сделайте нашим, вот кто зашел сегодня к вам, скидку столько-то процентов, там же большие скидки выкладываются, да, за то, что они хорошие. Готовы были бы использовать ее? Но, ну, это вопрос, типа, не праздно. Если там что-то такое толковое, почему бы нет, конечно. Ну, кто покупал трусы со скидкой с рекламы Ситидога? Я нет. Типа, ну, с удовольствием. Это, ну, как бы это, не знаю, такое, типа, высказался. И вторая тема, куда мы пойдем сегодня. Мне, допустим, как человеку, который сидит в интернете, очень не хватает пакетных предложений.
объясню, что такое. Куда мы идем всю неделю, почему в понедельник? Да? Все выходные я, в принципе, отдыхаю, и мне очень интересно, чем я займусь. А всю неделю я, в принципе, знаю, что я буду делать. Работать и умирать после работы. Пакетное предложение, на мой взгляд, должно состоять типа, вот, для тех, кому нечем заняться целую неделю. Мне нечем. Я бы хотел знать, что я буду делать в понедельник, в вторник, в среду, в четверг, пятницу. Если куда пойти в будни. Не-не-не, чтобы вы за меня выбрали. Не так надо мы же мне... выбираем. Не, вы представляете мне выбор, я не хочу выбирать. Типа, можете предоставить по дням прям? Типа. Оля, мы же так и делаем, да? Ну, типа, вариативность меня очень сильно убивает. То есть понедельник, в понедельник идите туда, вторник. Да, то есть да, единственное, вот единственное, неповторимый без выбора. Ну, типа, я привык, я белорус, как бы. Типа, четко я... Тогда дайте, подождите, дайте да, фидбэк, пожалуйста. Если действительно, если будет, ну вот Оля делает куда пойти, да, на выходные и в будние дни. По будням, потому что выходные там, ну, все-таки, я думаю, альтернатива какая-то нужна. Да, два дня, что, два мероприятия только поставить. Давайте про будни. Если вам дают альтернативу, в понедельник можете пойти туда, 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 или вы все-таки за то, чтобы вам предлагали один вариант какой-то на каждый день. Тот, кому нравится вариативность. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы мы понимали. То есть больше все-таки тех людей, которые предоставляют выбор. А вот можно ради эксперимента? Ага. Может, вообще отдельный материал, кстати, стоит делать. Ну вот, да. Например, неделя для ленивых или для активных. Тематикам разбить, что неделя для ленивых, то есть вы никуда не хотите идти, вот вам, пожалуйста. И их вы там не увидите, это точно, да? Я понял, хорошо. То есть вот, например, ну, вы ленивый, вы любите лежать на диване, потом смотреть сериальчики, потом, не знаю, пойти выпить пиво. Все. То есть, и вот вам вечер, пожалуйста, сходите на ретро-перспективу того-то, после этого зайдите в бар такой-то, и оттуда можно на такси домой. А, то есть еще, чтобы была такая карта а-ля, да? Ну, можно и с карты, почему нет? И вот... Да, почему нет? Да, делаю такие штуки, окей. И приблизительно сумма ваших затрат будет такой-то. Ты это читаешь и идешь спать. Я понял. Хорошо, мы будем иметь в виду. Друзья, перед вами были наши самые активные комментаторы. Давайте поблагодарим их. И вдруг, если у вас есть вопросы именно к ним. Да, к Вольфу, к Егору и к Соломее. Да, пожалуйста. Секунда, секунда. Здравствуйте всем. Я рада, что я сюда дошла. Очень жалко, что нет Рафинада. Я его фанат в Фейсбуке. Это моя просто любимая порода собак. У меня вопрос. Я так понимаю, вы все работаете, у вас есть какие-то увлечения помимо комментаторов. Что заставляет вас тратить такое безумное количество времени? Потому что я читаю Сетидок каждый день. Разные статьи вызывают разные эмоции. Но как бы я никогда ничего не комментирую. Я могу перепостить, я не знаю, одну статью в две недели, и больше потому, что она полезна, а не потому, что у меня вызвала какую-то эмоцию. Что вас заставляет тратить такое количество своего времени вот именно на то, чтобы сидеть и писать комментарии, а не пойти там, я не знаю, общаться с друзьями, выучить 75-й язык или встретить 75-ю любовь в своей жизни? Спасибо. Нет, это просто реально, просто, ну, как бы, да. У всех, у каждого время имеет свою ценность. Это просто понять другого человека. Я молодой специалист, который проходит эту каторгу в течение 2 лет. И половина рабочего дня у меня связана с работой с Пикабу. То есть половина моей работы касается работы в интернете. То есть у меня 3 сайта, которые я посещаю каждый день. Это «Как тут жить», Сетидок и Пикабу. Периодически я пытаюсь что-то туда запостить с этих 2 сайтов, но периодически мне запрещают авторское право. То есть вот поэтому я в день просматриваю очень много комментариев, но ну, что на Пикабу, что на Сетидоге, получается, ну, приходится вступать в полемику, приходится вступать в обсуждение этого всего. То есть, ну, я не считаю это тратой времени. То есть у меня это считается половина моей работы. Просто какая-то часть не приносит денег. Я, Егор, меня опять бросила девушка. Вообще достали уже, на самом деле, с этим дерьмом. Ну смотри, как бы у тебя
какие увлечения есть помимо там, собственно, чтения, да? Она ушла, что ли, где она? Я не вижу. А вот. Да, я просто очень комфортно сижу в мягком кресле, извините. Сырки, так садись тогда, все, я знаю, что ты там. Я увлекаюсь нахлыстом, йогой, современным танцем. Это как бы основные три вещи, на которые я трачу свободное время. Я увлекаюсь алкоголем, женщинами, своими двумя кошками, рисованием, чтением, сочинением стихов. Сижу в жюри на эшафоте, выступаю там же. Катаюсь на лонгборде, являюсь основателем лонгборд-движения в Минске. Участвую в соревнованиях по этому же лонгборду. Занимаюсь выпуском одежды. Содержу магазин barshop.by, крутой прокат. Прокат. Кому нужны там типа лонгборды, скейты, все такое, обращайтесь. А я, кстати, вам писал, у вас нормальные типа ребята сидят на почте, прикольные. Ценники по городу у всех одинаковые, не парься. Да, ты отработал, красавчик. Но это было в прошлом году, я все равно 200 баксов вам не кинул. 200. А там средний потолок у всех минских зданий одинаковый. Коммерческая тайна. Вот. Секунду, сейчас расскажу. Сейчас слежу за третьим котом моего друга, который уехал, Сергей Картуль, привет, куда-то отдыхать. Хожу на основную работу еще, protect.by, снаряжение для работы на высоте. Класс, да, пропиарился. Вот, и мне всю жизнь не хватает... спортом занялся. Недавно из отпуска приехал, загорел красиво, бью татухи, рэп читаю. Так вот, времени не хватает всегда. Чем бы ты ни занимался, его будет не хватать. И как бы, ну, тебе 21 век подарил уникальную возможность жить две жизни одновременно. То есть офлайновую, в которой ты вот этим всем занимаешься, и жизнь онлайн. То есть ты проводишь время, как бы залазишь в телефоне, а там ты совершенно другой. То есть, ну, маскот твоей личности. Тем, кем бы ты хотел стать, либо наоборот, кем не хочешь быть. И тратить на нее время абсолютно незапарно, его всегда не хватает на что угодно, поэтому как-то я даже не знаю, что тебе сказать, но прорекламился, я круто. Да, ну я так подробязно, да, про себя рассказывать не буду. Я перекладчик, сижу в основном дома, перекладаю книги, ну, комментаторская деятельность, или можно сказать, много часу у меня не занимает, ну, человек я... пишучи, там, трохи публицистикой займаюся параллельно. Мне это не заминает, для меня это, ну, весело, прикольно, хобби, можно сказать. Да, есть еще один аспект. Для меня это в неком сенсе эксперимент. В моей працовной книжце есть запись «Социолог», и я еще мару, может быть, у лепшие часы до этого вернуться. Вот, считаючи комменты, я бачу некий зрез, вучаю громадскую думку для себе, принамсі. Ну, это такая народная социология. Ну, каб отримлювать якосные комменты, треба и самому у гэтым удзельнічаць. Я так лічу. Ось. Я спадзяюся, отказал на ваше питание. Дякую. Ну, калі ще есть питання до коментаторов. Альбо да палітыкі каментавання на Сіцідогу таксама можа быць. Ні, пытанняў няма. Няма. З таго, што я бачу. Давайте яшчэ раз павітаем, калі ласка, Саламею, Егора, Вольфа. Дзякуй вам вялікі. Можна я вам паціснуў руку яшчэ раз? Саламею, вашу. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, знайшлі час. Калегі, яшчэ адна тэма. Я вот падайду да нашага магічнага... Мы вырашылі так само сёння на нашу летучку паклікаць чалавека, людзей дакладней. Іх было некалькі спачатку герояў, але пару адвалілася, на жаль, не змаглі прыехаць. Людзей, якія былі героямі нашых самых расшарываемых матэрыялаў. Мы запрашалі на эту летучку Андрэя Сокала, таго самага нейраанатама. Да, памятаеце, матэрыял на пазатым тыдні быў. Ён набраў 12 700 перепостов, лайков и других соцактивностей. То есть это был у нашей истории это самый расшариваемый материал. Андрей, на жаль, не смог сегодня прийти, хотя вельми хотел. Как он мне потлумачил, до его приехали сегодня инвесторы. Памятайте, он рассказывал про прогу, про приложение, которое будет допомагать... Что там было? Которое будет допомагать. Ну вот сегодня он встречался с инвесторами с гэтыми. И мы с іншого боку, другий материал, який самый расшариваемый у нас был, это каля 10 000 перепостов, лайков и других соцактивностей, он назывался «Психолог о том,
что призвание не существует, а высокая мотивация бесполезна для сложной работы. И Павел Загматович сегодня, герой того самого материала, у нас. Павел пришел. Пританя, Павел. Так, давайте, может быть, приберем пару кресел, да? Я могу на все сесть. Давайте я на червоное сяду. Давайте. Витаю. Коли вы не супроти, я буду по-русски. По-русски, ну окей. Давайте тогда, да, тоже уже, чтобы быть... Друзья, значит, Павел, как вы знаете, в общем-то, даже не с этого начну. У белорусских журналистов вообще есть очень большая проблема, и она существует не первые десятилетия. Очень мало, к сожалению, медийных персон, то есть людей, которых экспертов, специалистов, к которым можно обращаться. Точнее, они есть. Это факт. Ну, 10 миллионов жителей в стране. Странно, что хотя бы там пару из них чего-то могут не понимать там, психологии, там, социологии и так далее. Конечно, эти люди есть. Но, с другой стороны, это тоже была наша всегда проблема, и мы пытались это сделать. Мы пытались вытянуть на божий свет людей вот этих, которые действительно могут сказать какие-то разумные вещи, интересные, оригинальные. То есть мы не будем обращаться к зарубежным экспертам и так далее. И Павел, да без прикрас, в последнее время, ну, последние, по-моему, года два, ну, вы стали таким действительно уже медиа персоной. То есть, в принципе, даже у нас такая существует шутка в редакции, что если мы говорим, ну, мы хотим сделать материал там психолог о чем-то, значит, кого будем звать? Загмантовича? Ну, и все такие хи-хи-хи, похихикивают. Потому что и это на самом деле очень хороший показатель. Ну, для редакции, вообще для, опять же, медиаполя. То есть, ну, в общем-то, вы стали уже брендом, да, человеком-брендом. Это приятно. Да, это приятно. Я думаю, что вы и заслужили. С другой стороны, судя по тому, что вот как материал расшаривали, как вы читали, действительно, это было интересно. Мы можем, кстати, возможно, увидеть вы, точнее, можете, возможно, увидеть сейчас читатели этого материала. Поднимите, пожалуйста, руки, кто читал эту статью. Я до выхода читал. Да, окей. И кто вообще следит, кто знает, кто такой Павел Загмантович? Поднимите, пожалуйста, руку тоже. Ну, видите, половина зала давайте знает. Давайте продолжим. А кто не любит Загмантовича, давайте. Вольф. Вольф, не любите Загмантовича. Вольф, ну, мы надеемся, что вы будете так само задавать питание, потому что ну, хотелось бы, чтобы вы принимали участие в нашем разговоре. Павел, вообще это правда, что вы были музыкантом IQ-48? Не совсем. А не совсем? Я не был музыкантом, я играл на нервах в основном, у согруппников. У согруппников. А что, кроме того, что играли на нервах, какую еще функцию выполняли в группе? Я прыгал на сцене. Писал тексты, ну и так администрирование, там, ну, куда поехать, с кем договориться. Вот работа журналистами в основном моя была. Вот. А что вообще сейчас? Идейный вдохновитель, название вот придумал я. Что это значит? 48, ну IQ, понятно. Мы каждый раз придумывали новое название, новое объяснение. То есть один раз мы говорили, что это такой порог, после которого человек врать не может, и вот мы вообще не врем. Все, что мы рассказываем, все правда. Вот вся история, которая в песнях, это всегда правда. Потом мы рассказывали, что это на всех просто так получилось. Потом мы говорили, что это на всех, но там две цифры отвалились, а так мы очень умные все. И каждый раз что-то там сочиняли, часто это было совсем на лету, но смысла в этом нет никакого. Звучит красиво. Что сейчас вообще с группой? Она существует же, насколько я знаю. Я не да? слежу, я знаю, что Женя Бузовский ушел куда-то в отдельный какой-то очень крутой проект, инструментальный. Да. А дальше я не знаю. Ну, просто как-то не слежу. А как вы вообще пришли в психологию? То есть что это было? Поступил на факультет психологии. А куда? В Белорусский педагогический. В ПЕДе вы были, да? Да. А где? То есть какая у вас была специальность? Был факультет. Сначала он был факультет практической психологии, потом стал просто факультет психологии, а мы шутили, что это факультет платный, ФП. Но это же самый престижный считается в ПЕДе. А вот я не знаю. Да, после историков, ну даже как бы историки с психологами вечно там в битвах. Кто круче? Я давно закончил. А в каком году? В 2003. И мы жили в резервации все это время. На станции метро «Восток» был корпус, вокруг него был такой красивый лес. В нем встречались эксгибиционисты активно. Их вывели, как клещей. Что за люди вообще? На 1 апреля у нас даже был плакат, кто-то из ребят пошутил, что типа эксгибиционистов с рук не кормить администрация. Им это вредно.
Ну, как-то вот нас вообще не замечали. Многие удивились, что у нас есть такой факультет. Ну да, есть. Ага. Мы были там с ребятами с Дашфака. С Дашфака. И там сидели еще ребята-дефектологи. Мы как-то очень мало пересекались. У нас был один этаж, у них остальные. А то, что мы сейчас стали, ну, мы, родной факультет стал таким популярным, для меня это новость. Ну, он был, да. Ну, круто. Был популярным всегда. Это приятно. А, смотрите, вы закончили ПЕД. Да. После этого вы? После этого я. Пошли? После этого я устроился работать в одно агентство, потому что психология меня кормила не очень хорошо. Я работал, ну, таким манагером. Я занимался продажами вторичными, это называлось. То есть я удерживал клиентов. Это было прекрасное время, мне очень нравилось работать. А почему? Я был красавчик. Ну, я реально делал свою работу, но один из лучших. И мне это вполне доставляло удовольствие, к вопросу о призвании. То, что доставляет удовольствие, то вполне можно назвать призванием. Хотя это не была легкая работа. В пятницу вечером я ходил, тогда было на вокзале у нас кафе, интернет-кафе. Я включал какую-то игру, Pain, кажется, она называлась, и расстреливал монстров. И так было хорошо. Час и вообще все отпускал. Павел, смотрите, вы вот в интервью и часто об этом говорите, что в принципе, если у человека получается какая-то работа хорошо, ну, то вероятнее всего это призвание. Я бы так сказал. Если уж хочется говорить о призвании, то это вот это. А вообще призвание, конечно, не значит. Если я там, ну, условно, как вы говорите, манагер, да, я работаю, да, идут продажи, хорошо, но с другой стороны у меня хорошо получается музыка. Вот как вообще разорваться? Никак. Что делайте делать? Что-нибудь. Вот прекрасный пример с Ягуара. Можно много всего делать, развлекаться, ну, куда-то там стремиться. И, может быть, музыка останется хобби и будет замечательным хобби. И когда-нибудь она станет работой и перестанет радовать. То есть, в принципе, как бы вполне можно совмещать. Не заморачивайтесь. Хорошо, не буду. Это два основных слова, с которыми я работаю. Не заморачивайтесь. А, вот, кстати, по поводу заморе, да? По поводу заморочек. Коллеги, я попрошу. Держите себя в руках. Да, 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 да. У всех будет шанс высказаться. Когда к вам приходят люди, да? То есть вы же, вот я знаю, сейчас вы шли как раз от... Да. Люди, вы называете их пациентами, клиентами, те, кто приходят к вам с какими-то проблемами? Ну, официально это называется клиент. Клиент. Мне не нравится эта формулировка. Я стараюсь внутри себя использовать формулировку студент, потому что я занимаюсь обучением. Это прежде всего обучение. Подождите, то есть обучение людей, которые закончили психологию, либо там… Нет, 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 нет. Людей, которые хотят научиться, ну давайте назовем это так, трезвому мышлению. Вот, ну понятно, что я вам какие-то вещи рассказываю, но в основном это такая, ну, тренировка типа английского языка. Ну вот вы учились английскому, у вас был преподаватель, ну или не был. Да. И вы что-то там заучивали, какие-то слова, какие-то предложения, с ним разговаривали. Ну, примерно то же самое я делаю, только это связано, ну, чтобы без профессионального сленга, ну, с мыслями, скажем так, чтобы вот по-простому говорить. Когда человек думает по-другому, ему сильно легчает, у него жизнь как-то улучшается. Вот я этому учу. И поэтому студенты. Да, многим людям вы помогли? Я не считал, ну. А как вообще, как вы отслеживаете? Ну, вот этому человеку я помог. Ведь есть, не дадут соврать, сейчас там скажу. Люди. Одна из самых больших проблем, когда идешь к психологу, да, с какой-то проблемой. Ну, у тебя, да, очень хорошо первый разговор получается. Я помню, как рассказывал знакомый. Да. Я тоже смотрел тот фильм, да. Да. Ты приходишь к психологу. Психолог говорит тебе, ну вот можем, в общем-то, да, поговорить там, бла-бла-бла-бла. Когда спрашиваешь, сколько это стоит, вот случалось такое, тебе говорят, вообще сколько, как руку позолотишь, да? И ты приходишь, ну первый раз ты позолотил руку, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый раз как бы ты уже понимаешь, что как бы золотник уже тебе очень дорог. То есть когда вообще где эта граница начинается, когда, ну все, надо сказать, слушайте, enough. Хватит вообще ходить к психологу и хватит тратить деньги. Я про других не скажу. У меня четкая граница. Когда я не нужен, все. Ну, если человек сам справляется. Ну, то есть вот я боюсь выступать. Ну, к примеру. Да. Ну, мы поработали. Человек перестал бояться выступать. Если он сидит и думает, мне вообще надо к Загмонтовичу. Да я как-то справился, у меня все хорошо. Ну и не ходи больше. Это первое. Но и человек как бы может себя успокаивать таким образом тоже. И слава богу. И но если через себя, какое-то время опять повторится все. Если он себя сначала пугал, ему было от этого плохо, потом он себя успокаивает, ему от этого хорошо,
Ну, пускай он обманывается. Он один раз обманывался, ему было плохо, сейчас обманывается, ему хорошо. Если ему хорошо, это видно. То есть он легко выходит, он не трясется, он не пьет коньяк, чтобы расслабиться. То есть есть какие-то объективные проверяемые факты. Uh-huh. Ну, прекрасно, пускай он не ходит ко мне. Более того, у меня есть четкая задача делать так, чтобы человек ходил ко мне как можно меньше. То есть ну, 10 занятий – это вот максимум, на который вот обычно я рассчитываю. Бывают случаи, когда это длится дольше, uh-huh. но я воспринимаю это скорее как свой профессиональный провал. С чем чаще приходят? Ну вот минчане. Давайте просто поговорим, попытаемся поговорить. Я недоответил. Дальше есть хороший момент. Ага. Потом, когда мы заканчиваем, я человека, ну давайте так я скажу, наблюдаю, это медицинский термин, не очень правильно с моей стороны, но все-таки я скажу. Я его наблюдаю в течение года. Тут добровольно, правда. Мы с ним встречаемся 4 раза по скайпу или лично, иногда чаще. Но мы встречаемся по 20 минут, поэтому обычно по скайпу. Никому не интересно ко мне ездить на 20 минут. Хотя есть и такие люди. Я смотрю, что с человеком происходит. Он мне может задать какие-то вопросы. Если нужна отдельная сессия, мы ее делаем. Но обычно вот ограничивается этими 20 минутами. Uh-huh. Человеку хватает этого вполне, чтобы что-то спросить, что-то как-то откомментировать, как-то отчитаться. И сам факт того, что ему впереди предстоит встреча с этим Зигмантовичем, она как-то так бодрит человека, она побуждает его все это делать. У меня же там конспект у человека есть, ему нужно с ним работать. Аудиозаписи встреч. Ну, то есть там много материала, и если человек это перелопачивает еще раз, у него это ну, все изменяется в лучшую сторону. Угу. Оседает в голове, меняет его поведение, и в течение года я его вижу. Ну, обычно ну, как бы все хорошо. Не все так делают. Некоторые забывают, некоторые мне пишут, говорят, слушай, у нас тут встреча назначена. Да ну к черту, все хорошо. Ну ладно, все хорошо. Некоторые ну, просто закручивают и забывают. Я не напоминаю. Ну вот так отслеживаю. Поэтому я примерно понимаю, что ну да, все хорошо. Это не у всех так. Некоторые уходят, исчезают и вообще не появляются. Но у меня есть правило не писать клиентам, ну, студентам. Я считаю, что это немножко неэтично с моей стороны, потому что тогда включается такое типа, мне написали, надо ответить, надо сходить. Да, я же виноват перед ним, что как бы я бросил. Я не знаю, почему люди так думают. Я не считаю, что передо мной кто-то виноват. Но я не пишу. И если человек сам проявляет активность, вот эту вот, ходит. Но я его наблюдаю, все здорово, я с ним встречаюсь или там созваниваюсь. Чем вот все-таки чаще приходят минчане особенно? Да про отношения. Про отношения и вот про это. Угу. Ну, приходят пары, которым плохо, приходят люди, которым плохо в парах, и приходят люди, которым плохо со своей жизнью. Но вот эта тема городские жители, постоянный стресс, вот эта застрессованность, закрытость, зажатость и так далее. Тоже как бы такая в медиа тема достаточно популярная, ее любят как бы педалировать сейчас, да, типа, ну вот белорусы, мало того, что ну, мы белорусы, так еще и город на нас так влияет. То есть вообще вот вся эта тема с интровертивностью, да, наверное, насколько она вообще актуальна для белорусов? Мало встречаюсь. Вот я с таким мало. Но это может быть моя выборка. То есть люди же выбирают себе специалиста по каким-то его проявлениям. Может быть, ко мне не доходит, но я с таким почти не встречаюсь. То есть у нас жизнерадостные люди приходят. Просто у них вот здесь проблема, и она мешает. Я их обучаю эту проблему решать. То есть вам кажется, что в принципе как бы белорусы мало отличаются от своих соседей по поводу вот этой застрессованности? Вообще не отличаются. Я работаю со всем миром, потому что скайп есть. И наши такие же, как везде. Но вы говорили, что работаете там с русскоязычными или вообще с белорусами, да? С русскоязычными. Я не очень секу по английскому. Угу. То есть я читать могу, а говорить совершенно нет. Да. И читаю плохо. Ну, так худо-бедно. Ну, я, да, работаю с русскоязычными. Нормально. По всему миру наши живут, наши, я имею в виду, русскоязычные. И да. У них все прекрасно. Ну, в том смысле, что никто не говорит, я прям тут несчастный. Вот как в стране в несчастный. Нет, ну, есть какие-то проблемы. Они иногда сильно мучают человека. Но это вопрос к человеку, а не к стране его проживания. Если есть, друзья, у вас вопросы к Павлу, я вернусь вот как раз к вопросу по поводу… Вопросы? Вопросов нету, насколько я понимаю, да? Нету. Хорошо. К вопросу о том, что это проблема человека, а не страны. Да. Я помню, после 25-го мы попросили у вас, чтобы вы дали комментарии. Я дал. 25-го, я думаю, все помнят, да? 25 марта, после брутального разгона. Ну, будем откровенны, там разогнали такое-то количество людей, но это выглядело достаточно жутко. Давайте зафиксируем вот это выражение лица. Да, ваше. На камеру надо?
Да, 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 да. Оно такое было, я не очень. Ну вот было, да, такое впечатление, что вообще как бы когда люди все это переживали очень сильно, да, и опять же все понимали, что да, я там не был, но то какое-то производит впечатление дикости вообще, то есть людей избивали, за людьми гонялись. А вы при этом дали комментарий совершенно, ну скажем, такой, который не ожидали от вас. Я знаю многих людей, ну чего греха таить, даже в редакцию у нас, да, сказали: Загмантович, все, досвидос. То есть ваша позиция была, озвучьте ее, пожалуйста. Я старенький. Ну, не так, чтобы старенький, но вообще лет не так, чтобы сильно мало. Я, например, помню 96-й год, угу. Когда трамваи вот эти вот катали, через речку люди бегали. Я, правда, помню это не живьем, я тогда был еще такой не сильно бодрый в плане походов, но я это все помню, вот, ну, то есть картинки я эти видел. Когда ребята, как их, унаунсошники, толкали там в спину митинг, типа, эй, давайте бегите на линию милиционеров. То есть, ну, ничего нового 25 марта я не увидел. Более того, на фоне 96 года это было что-то так, ну, так, чуть-чуть. Поэтому меня это вообще ни разу не удивило. Но правильно я понял вот ваш тогда комментарий в том, что, ну, собственно, что вы не знали, куда шли, зачем вы вообще поперлись, да, туда? Мой комментарий очень прост. Государство — это инструмент принуждения. Это то, как Ленин. Да, у чего есть монополия на насилие. Удивляться, что это государство бьет тебя, ну, руками государственных служащих, угу, которые с тобой, ну, не согласны с этим государством, я не понимаю, чему здесь удивляться. Я анархист-державник по убеждению. Надеюсь, что не великий державник все-таки. Я понимаю, что государство — это неизбежное зло. Но ведь можно с людьми как бы, ну, опять же, вы приводите пример, да, посмотрите, вы приводили Штутгарт. Штутгарта. Да, Штутгарт 21, вот вокзал, где их там шикарно разгоняли всех. Ну, шикарно, я сейчас с иронией, конечно, говорю. Я понимаю, да. Я могу привести пример Голландии, когда там собаками турок травили. Вы не видели? Водометом их вот так вот разметали. Демократия. Ну, то есть вы считаете, что, в общем-то, нормально ориентироваться на такие примеры или все-таки на мирное обхождение с мирными акциями? Я считаю, что государство не может себя вести по-другому, он не будет себя вести по-другому. И ждать от этого государства, не от этого, а вообще от государства как института чего-то другого. Анархисты, есть анархисты в зале? Егор, конечно же, Егор. В свое время я очень плотно тусовался с анархистами. Они меня научили, ну как научили, серьезно повлияли на мое мировоззрение. Они научили: думай глобально, действуй локально. Ты не можешь победить систему вот вообще, потому что эта система — это как бороться с силой притяжения. Нельзя. Ну, делай здесь, хочешь акцию прямого действия, хочешь неповиновение гражданское, хочешь то, хочешь это. Но не надо устраивать истерику из того, что земля притягивает к себе камни. Или там голуби гадят. Ну да. Ну так, да. Они везде гадят. Говоришь, что у нас голуби гадят как-то особенно. Ну получается, что да. Получается, что так. Да они везде гадят. Везде так же особенно гадят. Летит такой. Чему здесь удивляться? Поэтому я говорю, что я очень спокойно на все это отреагирую. Ну да, так. Просто я помню 96-й. Я понимаю, что такое государство. Я видел, как это в других странах было. Ну. Павел, вас называют очень часто человеком, который, ну, достаточно то ли для прессы, то ли по жизни упрощает вообще вопросы. Да? Психолог, который… Я даже знаю, кто это говорит. Кто? Я не буду называть этих людей, они хорошие. Вы согласны с их мнением? Вы согласны с тем, что вас, в общем-то, называют таким, ну, в кавычки возьмем, не оскорбительно, меньше всего хотелось бы вас оскорбить, таким желтым психологом? То есть человек, который как бы нарывается на скандалы, нарывается вот на такие неоднозначные, очень прямые, очень в голову какие-то заявления, при этом за которыми мало что стоит. Как вы вообще относитесь вот к такой критике в свой адрес? Я цензурные варианты подбираю сейчас просто. Я все еще подбираю цензурные варианты. Да, я понял. А вот. Ну, в смысле, подобрал. Вы красиво это все делали. То есть, видите, опять же, возвращаясь к тому, что вы стали, в общем-то, медиаперсоной. То есть вы так выдерживаете паузы, ждете, когда ружье выстрелит на стене. Но при этом очень прямолинейное и очень упрощенное, спрошенное, да? Это не мое мнение. Да я же знаю этих людей всех. Я могу так сказать. Любое свое мнение, абсолютно любое, я могу взять и подтвердить конкретными исследованиями. В качестве примера. В статье, где мы писали про 25 число, ну, я имею в виду, мы с Татьяной, было рассказано про эффект поляризации. Угу. Человек, я помню этот комментарий, кто это? Зашел такой: я в Гугле этого не нашел, все это чушь. Я прям, меня это вот
кровью глаза налились. Я пошел в специальную литературу, достал оттуда цитату, Татьяне отправил в Фейсбуке. Потому что говорит, Татьяна, вот, я это не выдумал. Я не пошел в комменты, потому что я считаю это неправильным ходить в комменты и объяснять там что-то под своими статьями. А почему? Ну, во-первых, это как объяснение у газетного киоска. Когда человек купил газету, читает статью, я такой стою рядом, говорю, вот-вот здесь надо вот так читать. Это первое. Что-то я скреплю прям. А второе, это время очень много отнимает. Мне как-то жалко. Я и так стараюсь работать меньше, а почему-то работаю только больше. И я могу подкрепить вот. Да, я упрощаю. Но это упрощение не искажение. Это раз. А во-вторых, когда я упрощаю, я могу сказать, вот здесь читайте, вот тут смотрите, вот это. И меня не любят не за то, что я попсовый. На самом деле я жестко не попсовый. Просто я настолько выбиваюсь из того, что сейчас называют психологией, уж простите меня, я получил трибуну, я выступлю, что многим это кажется очень странным. Но если я говорю, что, простите, катарсис или катарсис не работает, есть уйма исследований, откройте, вот я сейчас для тех, кто говорит, что ничего про эту тему не нашли, откройте «Общественное животное» Аронсона, там куча экспериментов, которые показывают, что катарсис не работает. А все прям уверены, что да, Эдипов комплекс не существует. Пожалуйста, психотерапия неврозов у детей и подростков, Захаров, кажется, автор, я могу ошибиться в авторе, исследования приводят, нет Эдипова комплекса у детей, нету. Наоборот, дети стараются подражать в пятилетнем возрасте своим родителям соответствующего пола. Но вот я про это все рассказываю, а многим кажется, что это я какую-то вообще ересь рассказываю. Нет. Когда я рассказывал про детей, материал был про детей и как к ним относиться, про родителей, точно. Почему родители не любят своих детей? Да. Там кто-то в комментах. Человек хочет придумать что-то новое. Боже мой, я рассказывал вещи, которые на педагогической психологии рассказывают. То есть я ничего нового не придумал. Просто когда со всех сторон доносится вот это, и тут такой я выхожу и говорю, ну знаете, вообще в научной литературе вот про это вот так написано. Все говорят, а что-то ты упрощаешь. Что-то. Также у нас глубоко эго, суперэго, ид, селф-персона, они общаются, самость. Тень, маска, о, как все увлекательно. А ты тут пришел, сказал, нифига этого не существует. Диспозиция не так важна, как ситуация. Ситуация важнее, вот, пожалуйста, исследование. Конечно, я упростил. Такую красоту, вот эту всю ажурность нарушил. Прямолинейными этими шпалами своими, рельсами. Вот так. Спасибо. Вопросы какие-то есть еще к Павлу? Павел, вопросы, наверное, последний задам, поскольку время у нас поджимает. Почему вы 3 раза женились и разводились со своей женой? 3 раза. Она мне нравится до сих пор. А разводились зачем? Потому что дурак был. А в каком возрасте стали умным? Ну, надо посчитать. Значит, мы с ней встретились в 2003 году. В 2004 начали жить вместе. Я могу сразу сказать, что браки были, как это сейчас правильно называется, не зарегистрированы первые два. И разводы, соответственно, были не зарегистрированы. Мы съехали в 2004 году, потом разъехали в 2005 году, потом съехались в 2005 году, потом разъехали в 2005 году, потом в 2006 году съехались и все. Ну, мы были очень молоды. Ну, прям нам было там 23-24, сколько там, вот, ну, совсем же зеленые. И понятно, что обучение на факультете психологии не дает каких-то там прям открытий, но дает какую-то базу. И эта база неплохая, по крайней мере, на нашем факультете была на тот момент. Это была, как выяснилось впоследствии, прекрасная база. Когда я начал сравнивать с другими университетами, не только нашими. Я был молодой, я был глупый. Я, естественно, такого про жену не скажу, хотя она была молода, но абсолютно умна. Но вот я был недостаточно совершенен. Я сейчас не идеален, но меня можно терпеть уже. И мы, ну, так расставались, потому что, ну, не получалось у нас, мы не очень хорошо умели жить вместе. Но потом мы научились. Это был такой очень тяжелый процесс, мягко говоря, неприятный. Но мы научились, вот сейчас прекрасно. А с какого брака, ну, пускай даже не зарегистрировано, вот вы научились, да? Ну как, нет, с третьего мы поняли, что надо что-то с этим делать, надо учиться. И начали прям, ну, серьезно. Расскажите хотя бы в 2 словах, ну вот как вы любите, да, там буквально по пунктам. А я могу прям четко. Да. Союзники. 1 слово. Что это значит? 1. Ну, согласно толковому словарю, по-моему, Ушакова. А, видите,
У меня на все есть ссылки. Союзничество — это тесное единение во имя общей цели. Какая цель вообще должна быть в семье? Жить друг с другом долго и счастливо. Вот с этим, с этой, с этим. Не очень понял. Ну, очень просто. Я хочу жить вот с этой женщиной долго. Ну, или там, я хочу с этим мужчиной жить долго. Откуда я знаю, что хочу? Ну, я же сейчас это чувствую. Ну, и все, я живу. А если у меня завтра это изменится? Ну, вот завтра и будем смотреть. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Ага, да, окей. Я живу. Я хочу, чтобы мы жили дальше вместе. Это наша цель. Угу. Она хочет того же. Мы вместе прекрасно на эту цель работаем. Ребенок может быть общей целью? Ни в коем случае. Почему? Ну, потому что ребенок вырастет и уйдет, а потом наступит стадия пустого гнезда. Могу подсказать литературу. Угу. И тогда на эту стадию приходится огромное количество разводов, потому что делать нечего людям. То есть можно как бы переформатироваться под уже давай как бы идти очень союзниками? Трудно, очень трудно. А возможно вообще это или нет? Возможно, но трудно. Люди 20 лет жили ради ребенка вместе, а теперь остались без этого скрепляющего звена, чем как делать. Надо. То есть жить ради ребенка — это вообще нормально или нет? Нет. Эффект сверхоправданности. Дам литературу. Эффект сверхоправданности, есть такая штука в социальной психологии, выявлена давно. Если у меня есть очень серьезная причина для какого-либо действия, я начинаю считать, благодаря определенным свойствам нашей психики, что я это делаю не потому, что мне это хочется, а потому что есть причина. Например, деньги. А если нет такой, ну и как только причина заканчивается, все, до свидания. Или, даже если она не заканчивается, я не люблю это, мне это надо, вот я буду ходить на работу, сидеть, потому что у меня в этом сверхоправдание. Есть обратный эффект, когда я недостаточно оправдан, и тогда почему я хожу на работу? Денег мало платят, особо не престижно, но я хожу. Ну, наверное, мне нравится. Ну, или там какие-то другие выгоды. Но если недостаточно оправданий, тогда я начинаю считать, что мне вот это все действительно нравится. И поэтому ребенок, который… И поэтому родители, которые живут ради ребенка, они, собственно, живут постоянно в этом напряжении. Ребенку это нехорошо. Дети потом такие говорят, что, блин, ну зачем вы жили ради меня? Разошлись бы, у меня был нормальный папа, нормальная мама, а не вот эти вот издерганные несчастные люди. А вообще это нормально не любить своего ребенка? То есть вот ребенок рождается, а ты понимаешь, что ты его начинаешь бояться или… Бояться точно нормально, это же инопланетянин. Нормально бояться да, ребенка? Да, вы его видели вообще? Ребенка? Не, ну правда, ребенку 3-4-5 лет. То есть вы как бы, если не ошибаюсь, какая-то израильская психологиня написала книгу… Это феминитив был? Да. По поводу того, что она собрала просто несколько интервью с израильскими женщинами, которые рассказали, что они не любят своих детей. То есть у них двое-трое детей, вроде бы семья счастливая, но они не любят, на грани ненавидят. Дети хорошие, все окей, только они их не любят. Ну, и да. Это как бы вызвало очень большой скандал в Израиле. Книгу там, ну, не запретили, конечно, но хайпа было полные штаны. Вот. И у нас такое вообще есть, нету. И что, в общем-то, вот родителям, которые чувствуют вот такое отношение к своим детям, что им предпринять против себя, против ребенка, против кого? Куда бежать? На CityDoc читать статью, которую мы с Татьяной делали. Ну, правда, что такого? Ну, то есть, да, нам кажется, что это прямо нарушение законов природы. Но я сейчас поражу, наверное, половину присутствующих, если не всех. Нет никакого материнского инстинкта. У человека вообще нет инстинктов, у взрослых людей нет инстинктов. А как же, когда молоко у женщины появляется? Вот ребенок. Это не инстинкт, это физиологический процесс, это как слюна, это рефлекс. Угу. Есть родительское поведение. Родительское поведение, да, сопровождается, модифицируется, модулируется и управляется некоторыми гормонами. Пролактином, например. Угу. Но оно может, и оно еще выучивается прежде всего. Намек я не понимаю? Да, сигнал. Ладно. И оно выучивается. И если оно было не выучено, или там какие-то гормональные сбивки, или когнитивная составляющая сильнее гормональной, это очень часто есть эксперименты, то, ну да, человек прям вот такой вот любовью не любит. Но, как мы писали в статье, достаточно, чтобы хотя бы по закону все было. Ну, то есть без жестокого обращения, там, без спецзапущенности, без нарушения границ ребенка и унижения какого-то его. То есть, ну да, такие люди бывают. Когда мы про это говорили, когда я потом читал статью, и я читал комментарии к этой статье, я понимал, что я совершаю такую опасную вещь. Это всегда страшно. Смотрите, я могу сказать, это плохо,
И 93% скажут: о, да, вообще отлично. А 7% скажут: ну, блин, вот и психолог сказал, что это плохо. И они прям туда-куда-то, вот, в какие-то тяжелые переживания погрузились. Если я говорю: ребят, это не то чтобы весело, это не то чтобы правильно, это не то чтобы идеально, ну, это не страшно, то 93%, ну ладно, 90% говорят: Зыгматович, ты охренел, что ли, со своей этой чушью? 3% говорят: ну, что-то в этом есть, а 7% говорят: фух, спасибо. На кого работать? На кого вы работаете? Я работаю на тех, которым вот сейчас тяжело. Позвольте пример. Есть тема гомосексуализма. Есть подростки-гомосексуалисты. Гомосексуалы. Гомосексуалы, да. И я имею в виду, которые и в сторону женщин, в сторону мужчин. Что мы можем им сказать? Типа: ребята, это все плохо, и вы нездоровы, вы больные все. Ну, класс, мы можем так сказать. И что они будут делать, эти подростки? А если мы говорим: ребят, ну да, да, вариант нормы, то этим подросткам легче. Есть масса споров на тему врожденный гомосексуализм, вызванный, культурно обусловленный, генетически, внутриутробным развитием. Это все не важно. Вопрос вот в чем. Вот эти подростки, они будут жить хоть как-то, ну, в нормальном состоянии? Или они будут ходить по стеночке шугаться и думать: я не такой, мне надо выброситься из окна? Мой выбор в этом случае – наплевать на недостаточную вот эту обоснованность, хрен с ней, пускай это будет культурно обосновано. Но если этот подросток, который сейчас испытывает тягу к представителю своего пола, читает и говорит: воу, так нормально все, ну или: ой, так не все страшно, он не будет бросаться из окна, он не будет там вены себе резать, он не будет как-то закрываться в себя. Мне кажется, это гораздо важнее, чем мы тут копья ломаем, культурно это обусловлено или генетически. Тем более, что, скорее всего, это обусловлено культурно и внутриутробным развитием. Угу. Я выбираю вот в пользу этих людей, которым сейчас тяжело, я могу облегчить им жизнь. А то, что мне при этом скажут: Зыгматович, мы тебя ненавидим, ну ладно. Есть хороший анекдот на эту тему? Давайте. Вот он здесь будет неуместен, потому что он не сможет не сработать. Но одному человеку говорят: вы знаете, Павел Викторович, что о вас говорят за вашей спиной? Я говорю: я вас умоляю, за моей спиной они меня могут даже бить. Поэтому, ну как, ну пускай люди кипят в комментах. Мне это неприятно. Я могу с этим жить. Меня же не бьют на улицах. И слава богу. Посмотрим. Павел Зыгматович, спасибо большое. А вопросов не будет, нет? Ну, если у аудитории есть, я думаю, что есть. Давайте воспользуемся моментом. Я еще не ушел. Так, давайте сейчас. И меня дадим. Не побили. Ага. Раз, раз, да. Одну секунду, не, сейчас будет дадим, микрофон. Окей. Ой, идем. Бежит микрофон, сейчас будет. Да, благодарю. Меня зовут Катя Птицына. Собственно, так получилось, что вот последняя ваша речь задала тем моим вопрос. Не собиралась задавать никакие вопросы. Вот вы говорите, например, подросткам гомосексуальным или, например, людям, которые не любят своих детей, что все, в принципе, норма. Нужно жить с этим, принимать это. И вот дальше вы рассказали как раз анекдот, что, собственно, то, что вас там за спиной говорят, это как бы одно дело, а другое дело, что вот есть я, и у меня позиция, и у меня сила и так далее. Но то, что вы постулируете, да, у вас есть действительно сила, позиция, у вас есть опыт, у вас есть какая-то, наверное, ну как это сказать, ну допустим, ценность и защита. А вот у этих людей, которым вы постулируете, что все хорошо, у них ее нет. То есть они вам верят, выходят в социум, который не считает отнюдь как вы, и получают там, соответственно, последствия какие-то. Вот вы чувствуете какую-то социальную ответственность за то, что вы постулируете вот это все? Обязательно. Ну а как же она работает дальше, получается? Я не постулирую: выходите в социум и рассказывайте всем. Ну, у меня такого нету в тезисах. Но получается-то из-за того, что вы говорите, что это норма. Не получается. Не получается. Я говорю, во-первых, что это вариант нормы, а во-вторых, не получается, что люди говорят: вау, Зыгматович сказал, что это так, побегу-ка я сейчас в школу и расскажу всем, что я люблю вот этого нашего лучшего мальчика. Я мальчика люблю мальчика? Ну нет, ну почему? Человек может сказать: а ладно, все со мной нормально, я понимаю, что социальное окружение, оно не сильно радо, но я, по крайней мере, себя не считаю неправильным. Вы можете себе представить, что такое жить и считать себя ущербным человеком?
Это очень вполне тяжело. Почему бы нет? Это очень тяжело. Зачем? Зачем мы будем человека в это погружать? Пускай он живет и считает, что да, может быть, здесь его не примут, но он нормальный. Павел, а где ему силы брать на то, чтобы вот каждый раз себе доказывать, что я нормальный? Я, может быть, я не да, до конца нет, ответил? Спасибо. Спасибо, да. Ответил? Да. Спасибо вам. Спасибо. Давайте поаплодируем. Где брать их? Ну, лучше где матери брать, которая чувствует, что она не любит своего ребенка? Да? Вы сказали ей, это норма, окей. Она такая, класс. Два дня прошло, и она такая понимает. Перечитывать. А? Перечитывать. Это называется копинг-карточка от английского to cope with, то есть справиться с чем-то. Такая бумажка-напоминашка, где можно написать что-то и потом регулярно читать. А лучше всего, конечно, какое-то сообщество, люди какие-то рядом. Когда люди в группе, им всяко легче. То есть есть прекрасная американская идея, как практика, наверное, будет правильно, группы взаимопомощи, ну, которую вот в бойцовском клубе хорошо показали для нашего зрителя. Да? Там у этих рак яичек, у этих там глухота на одно ухо, у тех это. Они гомогенны по одному принципу, признаку, извините. И когда люди туда приходят, им тупо легче. Вот надо искать таких. Силу можно брать у других людей. Когда нас хотя бы двое, всяко проще. Когда нас трое, четверо, опять еще легче. Это может быть даже связь через интернет, через сайт, но это все равно какие-то единомышленники. Силу надо брать у других людей. Это такая синергетическая штука. Да, это хороший посыл. Спасибо. Еще вопросы? Ну или так? Нет, нету. Мне кажется, что... Да. Большое спасибо, мне очень понравилось, было классно. Как минимум одному человеку, видите, уже помогли, возможно. Похоже, бить не будут. Да, похоже. Хорошо. Ну, только лишь за спиной. Павел, спасибо большое за то, что пришли. Мы надеемся, что будете продолжать делать материалы с нами. Ну, некоторые сказали, что все, значит. Мы их выгнали из редакции, что тут скрывать. Мне кажется, это не выход. Спасибо, Павел, большое. Да. Спасибо. Друзья, 9 часов. В общем-то, на этом мы думаем и закончить. Если есть какие-то, опять же, вопросы. Есть вопросы, да? Добрый вечер. Дякую за эту встречу. Есть такое питание. Коли вы починали эту встречу, узгадывали то, что ты выдания, которые натхнили, которые стали пленом. Ну, вот той же Петр Марцев, да, он починал, ну, не починал с именов, а вот был этап имену, а потом перешло уже на БДГ. Час иде, Сити Дох так само уже не один, не два года існує. Сталеют его засновальники, сталеют люди, которые у им працуют. Как вы бачите развитие этого проекта, свое особистое развитие, как журналиста, как редактора? Это, ти змещаетесь вы у рамки этого выдания? Махчимо, у вас есть уже некие планы, жадания робить нечто еще? Дякую, загадим. Ну, безумовно, мы отчуваем, что мы сталеем. Полный час, вот, когда мы имели дочинение до проекта 34, мы для себя поставили такую мету, что когда нам исполнится 34 года, мы отойдем от этого часописа, мы дошли до его на вот крыху ранее. Вот. С итогом мы не думаем, что так все привязано до взросту. В принципе, ясно, что приходит свежая кровь, и она дает разные думки, разные идеи и так далее. У тым ліку і ідэі, куды развівацца. То есть у нас, безумоўна, ёсць зараз, я спадзяюся, больш-менш разуменне, куды сіцідогу варта ісці. Ну, просто з таго, што адбываецца ў свеце, ну, відавочна, што мы нікуды не падзенемся з адсеткі. Гэта тое, што магчыма будучыня ў тым ліку і беларускіх медыя, магчыма. То есть мы вот это зараз правіраем. Ці будзе сіцідог расці, куды ісці, гэта таксама пытанне. І я думаю, што пытанне ўсё ж такі часу. Бо розныя ідэі ёсць. Вось. Ну і ўласна, я думаю, што ну, для нас важна, каб вот гэтыя 5 год мы правялі, там, скажам, кіруючыя, так? Топ-менеджмент правёў разам з Сіцідогам, і проста надыходзіць час, безумоўна, што мы мусім паціху, патроху не адступаць дакладней, а даваць бразды, тое, што называецца. І гэта, я думаю, што нармальна. Не думаю, што я адказаў вам вельмі канкрэтна, доклад не питание, а отказ как раз и мусил быть таким, вельми обтекальным. Штанишки не коротенькие еще. Нам? Сити-дог – это молодевый часопис, так? И зарендованы на… Основная аудитория 25-34 года. 34 года. Угу. Ну,
а самому же не хочется написать там, ну не ведаю. Ну, про 25-е же мы ж узгадываем, а это уже не молодевая тема, так? Это уже тема, якая больше глобальные пласты грамадства за... Ну, видите, тут питание такое, вельми открытое. Ти за малые штаны, ну, коли я буду чувать, что вот уже на вот на этой плоском тохисе яны начинают надрываться, да, ну, видать, что треба про это подумать. Я просто почу от вас, не веду, это я хотел почуть, про то, что вот варто, может быть, записывать уже что-то, да, неким чином фиксовать. Ну вот, да, я думаю, что вот знов-таки коллега Юлия Слуцкая входит в разные думки, что саправды уже можно было бы фиксовать некую историю там белорусской журналистики, такого кшталту. Вось, але. Дякую вам. Есть еще питание? Ага, Кайласка тут еще есть. Хвилиночку. Просто меньше за все, конечно, хотелось бы, чтобы мы сливались в такую сумную тему. Узрост. Штанишки. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Насколько вы конкурируете с сайтом «Как тут жить»? Потому что все-таки, ну, есть отличия, но очень многие рубрики схожие, там, уличная мода, куда пойти, и что вас все-таки выделяет на этом рынке, так сказать. Ну, вы же в курсе, да, откуда есть пошел «Как что? Тут жить» сайт? Нет, наверное. Не в курсе, нет. Да? Ну, один из людей, которые как бы были в костяке первоначальном, то есть в 2012 году со Светой Хмельницкой мы познакомились. Света Хмельницкая стала с нами делать вместе с TeDoc. Благодаря ей CityDoc тоже приобрел черты такого консюмеристского журнала немного. Да. Света как бы очень сильно настаивала на этом. Мы так очень неторопким кроком и шли до этого. Вот. Но, в общем-то, мы увидели, что да, это как бы работает, это действительно интересно. Мода, где что купить там и прочее. То есть действительно это интересует людей. А в какой-то момент настало время, когда Света сказала, что она хочет продолжать проект самостоятельно. Так появился «Как тут жить». Точнее, он был, но Света его стала с таким с бэкграундом уже там, трехлетним, да, настало его тоже делать. То есть чем мы отличаемся? Ну, отличаемся в первую очередь тем, что это делают разные люди. Отличаемся количеством аудитории и качеством аудитории. То есть все-таки у «Как тут жить» аудитория чуть помоложе, чем наша. Да, там студентов очень много, насколько нам известно. А по количеству? По количеству, ну, очень сильно отличаемся, конечно. То есть в 3-4 раза аудитория, ну, да. Вот. А так, как бы, то, что вы задаете вопрос, чем отличается, ну, многим, как бы, есть такое понятие аутентичной, скажем так, рубрики, да, то есть те рубрики, которые помогают вам отличить CityDoc от «Как тут жить», допустим, да, там квартиросъемка, куда пойти, да, на «Как тут жить» тоже есть, но они куда пойти немножко в другом формате Света делает. У нас есть там ЗОЖ, то, сё, пятое, десятое, это в первую очередь. Во вторую, как бы, ну, это коллектив, манера подачи информации и так далее. Ну и тоже, чтобы вы понимали, то, что вот как бы CityDoc начинал, там 3 года ушло на то, чтобы протоптать вот, в общем-то, эту полянку. До нас были на рынке релакс. Но релакс это был с большего аккумулятор мест всяких, да, то есть магазины меньше, в первую очередь кафе там и прочее, прочее. В лайфстайл городской мало шли. Мы как бы сейчас протоптали вот это немножко, натоптали там, люди поняли, что этим можно заниматься, и поэтому вряд ли кто-то выйдет вот в ближайшее время прямо вот с новым абсолютно продуктом. То есть понятно, что продукты будут похожи. Это очевидно, потому что мы работаем с городом. Но просто дальше кто куда идет. То есть у нас есть своя схема. Сейчас мы обозначаем себя как социально-развлекательный журнал. Да? То есть мы в первую очередь про Минск, но для минчан, которые, в общем-то, вот которые тут собрались. То есть мы можем и поржать, мы можем сходить в магазин, мы можем там побухать, но при этом мы как бы достаточно уважительно относимся к истории города, допустим, да, мы хотим чем-то городу помочь, инфраструктуре, мы хотим помочь людям нуждающимся, мы работаем с меньшинствами там, и так далее, и так далее. То есть социальная ответственность тоже у нас достаточно сильна. Мне кажется, вот этим мы точно отличаемся от «Как тут жить». Если они более консюмеристские, ну, в нормальном понимании этого слова, да, то есть где что купить, как получить там и прочее, то у нас еще вот такое. А есть какие-то уже идеи, как протоптать дальше вот эту дорожку, чтобы вот еще больше вот выделиться, чтобы вы точно знали, что это совсем разные вещи? Главное, знаете, на дно не упасть. Хотя потом его, конечно, можно будет пробить, это понятно, это знают все. Ну да, есть. Ну, как бы, понимаете, если бы я вам сказал «нет, нету», это было бы странно звучало, да? Поэтому, поверьте на слово, есть. Я, может, даже сам еще не очень хорошо понимаю, куда вот это все будет проходить, протаптываться, но, в общем-то, для меня какой-то горизонт нарисовался новый. То есть, ну, для
меня как главреда, для редакции. В общем-то, ну, люди не дадут соврать, что, в общем-то, мы более-менее понимаем, куда мы хотим сейчас развиваться. И не стоите на месте, да? Ну да, стараемся. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы солидарны к мнениям и к людям. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну и мне действительно хотелось бы, чтобы, опять же, понятно, что уже устали, и сейчас на самом деле надо закрываться. Но мне очень бы хотелось, чтобы вы воспринимали вот это предложение поучаствовать в наших летучках не как бла-бла, а как реально какое-то действие. То есть если вы не подойдете сейчас, то, пожалуйста, напишите нам письмо, потому что нам очень хотелось бы, как бы аккумулировать еще интересы и читателей, комментаторов и так далее. И на самом деле, мне кажется, это тоже может быть таким шагом новым для белорусских медиа, которые очень часто об этом мечтают, но очень редко это делают. А поверьте, в читателях очень большой потенциал. То есть вы можете быть пассивными авторами. Есть понятие контрибьютор, то есть человек, который не, может не писать, но он может задавать какие-то темы, давать, задавать какие-то направления и так далее. Вот наши читатели, мы так вас видим. Мы хотели бы очень действительно с вами встречаться так почаще. Может быть, есть еще вопросы в зале? Тогда, Сергей, с твоего позволения, блиц-опрос. Прежде чем… Хорошо, Юля, я вам выступлю по праву. Это такая летучка была моей мечты. И мастер-класс по интервью. Хозяйка пресс-клуба. Спасибо, ребята, большущие всем. На самом деле, комментаторы вживую, мастер-класс по интервью, кухня редакционная. Вот все то, чего хотелось видеть в летучках. Ребята, а могу я провести маленький опрос, Сереж, потом тебе. Мы все сегодня здесь немножко были такими журналистами, да? Были такими, чуть-чуть членами команды себя почувствовали. Кто сегодня здесь журналист? Поднимите, пожалуйста, руку. Спасибо. А кто студент журфака? Поднимите, пожалуйста, руки. Класс. А кто к журналистике не имеет никакого отношения, но читает? Супер. У нас сегодня еще идеальная пропорция в зале. Да, это очень круто, на самом спасибо деле. Спасибо большое, огромное, Сережа, вся команда, вы крутые. Но прежде чем спасибо. Закончить уже на правах квазимодератора, блиц-опрос для тебя. Сегодня прозвучала буквально одна цифра. Ты показал самый расшариваемый материал, 12 с лишним тысяч расшаров и социальных активностей. Не мог бы ты назвать несколько цифр? Сколько сейчас посещений в месяц или, скажем, в день на CityDog'е? Да, и какую-нибудь еще цифру интересную. Что вам было бы интересно? Но я думаю, что социальные сетки... 24 мая, нет, Максим. Социальные сетки мы все можем посмотреть. Давай про цифры посещаемости. Буквально пару слов, пару цифр. Ну, если ориентироваться на Google Аналитику, то есть, чтобы вы понимали, есть Google Аналитика, есть еще Gemius, так называемый Gemius, которым пользуется рекламное агентство. И Gemius высчитывает не... общее количество, вот то, что у нас показывается общее количество просмотров на сайте, Гемио считает немножко по-другому. Гемио считает действительно, сколько конкретно человек пришло. Мы ориентируемся, и белорусские как бы медиа ориентируются больше на Google Аналитику. То есть по Google Аналитике ежедневно вы приходите в количестве от 32 до 35. Недавно был очень большой всплеск благодаря материалу про нейроанатома, который дал около, я не ошибаюсь, 40, сколько там? Почти 48 тысяч просмотров в один день. Да? Пользователь, да. Вот. В среднем как бы это 32, 35, 36. Сейчас больше даже 34, 36. В выходные это 26, 28, 30. Если какие-то бывают вау, то до 32, до 35. Ну вот в среднем так. Еще ты сказал о том, что в среднем в день выходит по 15-16 материалов. Как это сказывается на формате работы редакции? Ребята, у вас есть... конкретный график рабочий с 9 до 6. Вы работаете ежедневно по выходным 24/7. Как вы работаете? Как много, скажем так, и как интенсивно? Вам это интересно? Интересно? Ну, вон, Егору неинтересно. Мы работаем, ну, 9 до 6, мы буквально вот не дадут соврать, да? Да, а потом еще с 6 до 9. Ну, то есть это нормальная совершенно практика, когда люди, ну, журналисты как бы должны, в общем-то, работать круглые сутки. Но официально там с 9 до 6. Да? Значит, как сказывается на редакции количество до 15-16 материалов, это судить читателям на самом деле.
То есть, ну, я вижу как бы сильные стороны этого, я вижу слабые стороны этого. Вижу, да. То есть видно, что, да, тексты иногда бывают очень слабыми, иногда бывают середняки, иногда бывают очень крутыми. Но опять же, чтобы вы… Ну, я вам говорю это не для того, чтобы оправдаться, а просто для того, чтобы вы понимали, поскольку, ну, вы люди, которые пришли, вам это интересно. Тексты, которые очень крепкие, они даже для печатных изданий, которые выходят там раз в месяц, это редкость, к сожалению. То есть, ну вот школа журналистики тут сказывается, время очень сказывается, то, насколько развит, а в нашем случае не очень развит, рекламный рынок в Беларуси. То есть, чтобы вы понимали, чем больше денег у редакции, тем больше возможностей развиваться. А рынок небольшой, да, денег не очень много, ну и поэтому приходится. Ну, в общем-то, слава богу, там есть тексты, которые действительно вот прям молоток. А так, безусловно, мы ориентируемся на то, что интересно читать. Ну, грубо говоря, если мы видим, что бонстики тема, к сожалению или к радости, она идет у наших читателей, значит, нам нужно это продолжать. Если мы видим, что тема с родительской ответственностью нужна, значит, нужно и так далее. Слушай, последний вопрос. Вот привожу в пример часто достаточно любимую мной польскую газету «Выборчу». Они достаточно часто подключаются к социальным акциям. Допустим, сейчас идет борьба за Беловежскую пущу, за прекращение вырубки, еще какие-то кампании социальные. В ваших подзагах, да, в ваших заголовках, лидах часто проскакивает такой тон сожаления. Ну вот, снесли ВДНХ, ну вот, там хотят построить какую-то очередную стекляшку. Если бы был запрос среди гражданского общества, CityDoc подключился бы к какой-то социальной кампании, чтобы поменять ход вещей, скажем, остановить строительство чего-то, не знаю, вернуть льготы для, да бог его знает, для ликвидаторов там Чернобыльской аварии и так далее. Ну, тут смотрите, тоже как бы такая штука, есть социальная ответственность у любого издания. То есть, ну, когда ты делаешь медиа, ты должен понимать, что ты хотим, мы не хотим этого, но мы оказываем влияние на общество. Размеры медиа, безусловно, связаны напрямую с этим. То есть, конечно, тут баю намного легче, намного проще оказывать влияние на там, чиновников или на тех, кто принимает решения. Нам сложнее, потому что, ну, мы, во-первых, ориентируем немножко не на них, а именно на общество, на гражданское общество. Да? Вот люди, которые тут, это потенциальные активисты социальные, социальные там, экономические, политические активисты и так далее. Но это люди, которые, в общем-то, могут взять себя в руки, задницу там, в свои руки, подняться и пойти что-то делать. То есть вот такие вызовы как бы мы людям даем. Да? То есть мы пытаемся объяснить, почему так нужно делать. Мы не делаем это напрямую, то есть в лоб, потому что я считаю, это не совсем правильно, это не совсем наша миссия. Но принципиально, когда нас об этом просят, и когда чувствуют, что мы можем помочь, и мы чувствуем, что мы действительно можем помочь. Не бла-бла, а да, на нас могут посмотреть, почитать, и мир изменится, или хотя бы вот ситуация рядом. То есть мысли как это, глобально, да, действуют локально, она для городского журнала такой должна быть. И если да, если к нам приходят, мы поддерживаем такие инициативы. И в общем-то, если это очень сильно там кортить и очень сильно болит редакция какой-то вопрос, то ну, мы можем даже перейти эту грань нейтральности, да, и сказать, ребята, все-таки это свинство, и давайте как бы, наверное, ну, поднимемся. Но эта грань очень тонкая, и тут как бы нужно тоже понимать, что медиа — это медиа. Медиа — над. Он должен стоять над. Но должен четко понимать, что есть хорошее, есть плохое, да, есть черная сторона, темная сторона, есть светлая сторона. Но вам надо где-то идти посередине, при этом четко понимая, что любое ваше неровное дыхание в чью-то сторону может перевесить. А что тебе болит, если что-то болит сейчас? Какие-то такие темы актуальные? Мне очень болит то, что ВДНХ снесли. Ну да, это, по-моему, это дикость просто. Феминитивы тут как бы в качестве шутки прозвучало. В общем-то, мне болит то, как мы забываем. То есть моя теория такая, что каждый из нас — это меньшинство. То есть в любом социальном каком-то статусе, но каждый из нас может быть меньшинством. Про это очень четко нужно помнить. То есть когда вы гоните, там, допустим, на гомосексуалов, или гоните на феминисток, или гоните на своих родителей, или гоните на своих родных, близких, даже на комментаторов, вы четко должны понимать, что это, в общем-то, камень в ваш огород в первую очередь. Да? То есть вы его получите в качестве бумеранга. И это как бы нужно понимать и помнить об этом. То есть я думаю, ну вот у меня такая мысль валяется как бы в голове, к сожалению, валяется. То есть я время от времени ее поднимаю, так смотрю, грустно кладу. Но будьте как бы, будьте меньшинством. И тогда вы поймете, как вообще это сложно. И вы поймете, что мир можно, в общем-то, так изменить, чувствуя вот это. Да? Ну и как бы, и будете намного реально толерантнее как бы относиться друг к другу. Ну вот это вещи такие. Болит то, что
что там какую-то книгу там не прочитал. Но если про город все-таки, ну, очевидно, что если что-то плохое происходит, то, конечно, нам болит. Очень болело, допустим, как с Тигром поступили. Около друзей. В друзьях, да. Ну... Спасибо. Спасибо вам большое, Сергей Сахаров. Спасибо вам большое. Это Саша Губская была. И вся команда CityDog'а, почти вся. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте, не сдавайтесь. Всем хорошего вечера. До встречи на следующей летучке. Следите за календарем. Пока-пока. Спасибо большое.